all over the floor. Like a transaction. А девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новое надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой, мы идем любовь искать. Собрались мы вечером за одним столом. Парни все отличные, пацаны приличные. Вот сидим, скучаем, мы девчонок ждем. А девочки-красавицы в город собираются. Танцы в нашем сельском клубе, это не для них. Ах, какие модницы, девочки-колхозницы. Чем же наши дискотеки хуже городских? Девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новое надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой, мы идем любовь искать. Девчонками соберемся мы. Девочки-красавицы в городских влюбляются. Чем же вам не нравятся наши пацаны? Скоро, очень скоро мы приедем в город. Заберем своих девчонок на глазах у всех. Собирайтесь, модницы, девочки-колхозницы. Даже в нашем сельском клубе крутят руки вверх. Девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новое надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой. А девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новое надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой, мы идем любовь искать. Новые надели, будут снова веселиться. До свидания, мама с папой, мы идем любовь искать. Девочки танцуют у девчонок выходной. Платье новые надели, взяли мальчиков с собой. Будут снова веселиться, будут снова танцевать. До свидания, мама с папой, мы идем любовь искать. Всем стрим, дамы и господа, да, мы начинаем Life is Strange. Кто дома, отзовитесь, чё кого? Ну что значит кто дома, кто домой пришел, так сказать? Потому что, скорее всего, вы мои гости, чем и я куда-то пришел. Если вообще кто-то есть, если нет, то дождемся, ничего страшного. А, да, я еще в группу ничего не залил, как раз забыл. Да. Ну все, теперь официально все есть. Вот, такие дела. Как-то так. Life is Strange. Все та же самая. Третий эпизод, все дела. Да. Ну ладно, пока никого нет, я, в общем-то, дождусь. Ничего страшного. Привет, Алекс.
Ты первая. Респект. Сегодня ты победила этот приз. Я еще не придумал, какой, и звание даже возможно этому, но явно надо что-то придумать. Кто первый напишет, там написать там сразу на весь экран. Все начало будет этот ник, допустим, или типа того. Текс, все, звук, наушники. Вот. Да, веселье, радость, счастье. Есть антихайп, есть антисуицид. Так, почему я съехал на этом экране куда-то? Да. Должно быть как-то так. Life is Strange немножко поднадоел, честно говоря. Не знаю, почему так настолько, но как бы да, хочется немножко другого. Сложно играть одну игру очень долгое время. Но я хоть и менял ее на что-то... О, господи, я случайно сменил, и мне аж страшно стало. Но все равно. Я ее все так же люблю, но это, знаете, как... бывает вообще во все что угодно надоедает играть в одно время. Так что вот, примерно такое же с Life is Strange началось. Ну, я думаю, когда начну и снова, ну, как бы... Самое сложное начать, так сказать, вернуться во все это. А потом уже все будет так же просто. Ну, то есть мне в любом случае понравится, поэтому все будет норм. Блин, Before the Storm мне как понравилось. Так было классно, что ну, как бы я ее до этого не проходил и столько всего нового испытал. Мне прям вообще зашло. Ну, начну минуты через три, короче, в полчаса ровно. Пока запущу. Чё, как жизнь? Чё нового? Ну, кто-нибудь еще, может быть? Ну, то есть кто-то и появился, но вы не пишете в чат, поэтому я не смогу с вами говорить. Чё нового, Алекс? Чё расскажешь, пока сидим в преддверии чего-то эпического? Рабочий стол. Ты где там? Life is Strange. Я пока запущу. Пусть даже меню висит. Все неплохо. Мы онлайн. Так, игра запустилась, но... А, захват Stranglehold идет. Земля ему пухом. Так, Life is Strange. Life is Strange. Есть, все, онлайн. Полное проникновение в игру завершено. Также сохранение 2, эпизод 3. Он сейчас вроде закончится, должен просто с минуты на минуту. Я 2 стрима, 1 эпизод играл. Это как-то слишком долго для обычной игры. Ладно, сейчас, секунду одну, не запущу. Так, ну, вроде все нормально настроено, вроде все работает, все хорошо. Звук. Вроде игра отображается. Ну и все, сейчас все подтянутся и будем рубать. Блин, начинать или нет уже? Почему все так все время запаздывают? Это пипец. Что за некомпетентность? Надо наказывать чат какими-то санкциями уже вводить, я не знаю. Можно было бы ники окрашивать людей прямо онлайн? Ну, знаешь, когда... типа локальные стримы, все такое, и... Ты прям на ходу можешь что-то делать. Стоп, почему опять звук играется? Я так понимаю, вы ничего не слышите, да? Стоп, и... Едите. Да, все закончилось на то, что она через фотку в прошлое переместилась. Сейчас посмотрим, что здесь начнется-то после этого. Какой свет офигенный, а. Ее же на Android хотели выпустить. Ее выпустили или нет? Звук почему? Я в прошлый раз играл, отвечаю. Звук был... А, понятно, это я лох.
Все. Oh, все, все работает. Да, это Алха. Хотя она лагала по этой теме. Непонятно, причини мне раньше. Мам said it depends. That's true. So how many eggs? Don't you dare question the chef. Шеф-поваром. Right, like you're the real cook here. Повар от Бога. I am when your mom is away. Когда мама нет, да. I'll let her know that. Я расскажу ей. Спалила батю. Теперь разведутся. Она даже не знает, что его больше не увидит. Может, все это случилось из-за того, что как раз он уже ушел, пока она сказала матери, что он себя назвал шеф-поваром. Так. Я здесь буду что-то пытаться менять, чтобы он никуда не уехал, насколько я помню. Man, боже, я помню, как Клэй его читал, но не после сегодняшнего дня. But not after today. Красотка, реднек, девчонки, геймеры и пустой квадратик, как будто никто галочку не поставил, видимо. Моды на ролики, дабстеп. Ясно. Твин лайф. Почему твин? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the two whales. Будем работать в двух китах. What? Что? Ну, он не знал, что тебе надо было купить продукты. Конечно же, я за тебя приеду. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. What a mess we made. Беспорядки мы устраивали. I have to stop William from taking his car today. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast on. She's ridiculous. You'll be grateful for когда-нибудь ты будешь благодарна за это, за что я читал стихи. Черт, где же мои ключи? Доллар в банк ругать, точнее для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста, мисс. Привет. Прикольно. Мне кажется, прошлогодняя настойка не поможет, чтобы размешать что-то. Нашел ключи. Могу размотать. Закройте за мной двери, не хулиганьте, попытайтесь не устраивать переполох. Даже не вздумайте устраивать дегустацию вина. Пап, не начинай. Не оплошайте сегодня, моя мать обещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом. She's never leaving me. Макс не бросает. Она меня никогда не бросит. Да, никто не знает. О, от первого лица. Блин, прикольно, от первого лица на графоне настолько плохо, что было бы плохо. Я должна пытаться, должна. Я здесь для того, чтобы спасти Уильяма. Ради Хлои. Ты здесь не ради чего-то. Случайно сюда попала. Ты просто глазировала на фотки. Она может только в свое время перемещаться. Да, она может на чужие фотки смотреть и перемещаться. Shit, where are my keys? Ключи где-то тут были. За книжкой, нет? Score! Да, под кепкой. Там кто-то играл. Пауза. А что за игра? Спрятать ключ? А нельзя просто в руках держать? Или посчитать, что она ворует ключи? Печенье. Shit, where are those keys? Shit. Еще один доллар. Да он с такими перемотками времени быстро разорится. Oh, yeah. I miss кажется, скучаю по нашим ночным посиделкам у телевизора, печеньки и все такое. А что, так можно было? I knew this thing would come in handy. Как знал, что эта штука мне пригодится? Как чисто возьмите ключи там оказались? Да, только почему ты не воспользовался ей раньше? Так, ладно, я понял, он умирает. Плохой план столько времени менять. Это же надо было даже ни на секунду не задуматься, что это может быть плохой идеей спасать мертвых людей. Ой, не-не-не, зачем я так далеко? Опять болтовню слушать про яйца. Черт. Проблемы путешествий во времени. Что смогу бы быстро придумать, куда их спрятать? Блин, помнил бы я еще, куда их надо прятать. Журнал, улица. Что на улице выкинуть? Нарисовать? Она так время проверяет или что? Что она нарисовала там? Маты какие-то? Там ничего не видно. А, блин, бабушка. Очевидно, но подойдет. Для чего? Снежный шар. Hello. Ну, hey, времени, ну, чтобы спрятаться, до хера, конечно, но идеи, ни хера. Моя семья никогда не делала такие глупые и веселые фото. А что у них глупого и веселого? Что кто-то улыбнулся? Семья Прайс. What? Хлоя Прайс. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Так,
Это все здорово. Куда спрятать ключи? Так, он включает их свои зажигалки. Можно их утопить? Куда-нибудь в посуду, в холодильник? Блин, а куда ты их спрячешь-то? В костер только? А почему он не хочет их уничтожить? Блин, он же ищет. Здесь ничего нету. Здесь тоже. Так, здесь доступ закрыт. Ну куда их прятать-то? Я ничего не понимаю. Где? Shit, тут больше нет кнопок спрятать. Там была одна. Прости, чувак, за еще один бакс. Но надо что-то придумать. Не, ну реально, ну вообще я все вроде обошел. Разве нет? Что происходит? Не понял. Она же у меня... Я же их взял. Нет? Я все это время ходил без ключей? Я что-то немного не въехал, значит. Да хорре, где эти ключи? Shit, where are my keys? Я же взял, подошел. Они уже у меня в руках. Или что? Или потому что он тут стоит, нельзя ничего придумать. Как ее карабасит? DVD... Не надо взглянуть, мне нужно их спрятать. Но куда? Может, не получилось спрятать, и мне нужно что-то другое сделать? Стой. А вперед можно? А, отмена. Так, я хочу к телефону подойти и уничтожить его. Я могла бы позвонить предупредить Джойс, которая сейчас в двух китах. Если бы у меня был номер. Извините, мы туда попали. Очень умно. Макс, come on, you know better than that. Макс, не делай глупостей. Hey, honey. Алло. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're going to work at the Two Whale. И что? Я даже, наверное, не могу взять этот ключ. Он, скорее всего, там просто лежит, да? Или как мне там смотреть мой предмет? Я уже забыл. Ну-ка проверю. Все ли в порядке? Да, все в порядке. И чё? Excuse me, ladies, I have to go rescue Yon. Да я не хочу никого прощать, я хочу, чтобы ты не брал трубку. Чё же сделать? Не, а почему она не делает радикальные меры? Почему она не разрубит провод, не выкинет телефон? А, стой, отмена, там была кнопка. Там... А, черт, стой, подожди. Блин, не та кнопка, которую я хотел, отмена. Отключить. Boom. Disconnected. Disconnected. Все, кто-то не поиграет уже в Fortnite. Где... Че хотел? А, рисунок хотел. Че, зря я перемещался во времени и граффити не оставлю. Странно, что это не иллюминати. Блин, у него мобильник есть. В то время уже были мобильники. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Я понял тебя, чел. Все, отмазано. Придется, чё, лапать его, типа, чтобы телефон вытаскивать тебе, он в кармане. Блин, не получится граффити оставить так просто. Стой. Где телефон? В кармане у него. Мне его водой облить кипятком надо или чё, я не понял. Дай подумать. Блин, ну лезь в карман его. Нож возьми, разрежь, чтобы выпал. Не, что делать-то, я не понял. Типа не вариант или что? Окно ключи выкинь. Привет, Кентокен. Спасибо, что зашел. Не получается в окно ключи, я пробовал. So you shouldn't drive at all. Max, you are the road warrior. Ты безумный, Макс. Вообще, если я когда-либо поеду, то буду ездить аккуратнее, некуда, ты говоришь. Нет, просто ситуация на дорогах не лучшая. И так что там, что к вам, как там. Поскольку ты мой GPS, ты там мне куда спокойнее. Так что не волнуйся, Макс. Успокой свои микросхемы. Так, с ней можно поговорить. Тоже, наверное, не о чем говорить. Послушай, не позволь своему отцу сесть сегодня за руль. Я знаю, что это странно, поверь мне, произойдет что-то ужасное. Он бухой, просто ты посмотри на него, его всего трясет, ты должна удержать его дома. Как скажешь, чудачка, не грубовато ли говорить такое о моем отце? Я не шучу. Да ты его и останови, Супермакс.
А что, если бы Макс пришлось, ну, типа, единственный вариант во всем мире, это взять и совратить ее батю, чтобы он остался. Интересно, пошла бы она? А я могу фотку сделать, да, или что? Отмена. Now I get to take a picture. Strike a pose. Только в окно. А я пробовал брать ключи, но что-то не получилось. Just make me look young. Ты, если что, не спойлери, если ты, это, типа, очевидное решение единственное, потому что видишь, куча всякой фигни. А что-то иногда не дают сделать заранее. Зачем я эту фотку сделал, непонятно. Так. Ой, не та кнопка, подожди, я хотел бегать. Ключ уже мне брать даже нельзя, понимаешь? Все. Hello. Все как бы. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast. Тут уже никаким окнам не подойдешь. А что остается, получается? Стоп. Шнур отключают, звонят по мобильнику. Мобильник у него и все. На чем все это закончится, я не понял. В окно не получается выкинуть ничего. Ключ уже нельзя брать, поэтому надо двигаться как-то дальше. Фотку нельзя уже делать. А что еще я могу? Что я еще делал? Я побазарился, наверное, им пофиг как. Я могу телефон провод отключить, но это мне не помогает. И не разрешаю лапать батю. Это как бы слишком незаконно, видимо, для нее. Блин, не вариант. Только пойти на улицу, сотовую вышку найти, отрубить ее. Установить взрывчатку, но это тоже, наверное, не вариант. Журнал, беспорядок. Что же я могу сделать-то, а? Блин, могу украсть. Hello? Нет, не могу. Ничего hey, не могу. Столько идей и ничего не реализовать. Проход закрыт. Окно рядом с холодильником. Oh, нет. Course, ты это наугад говоришь или что? Так, пробую перемотать в доисторическую эру. Может быть, там у меня больше шансов будет. Давай, 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 до конца. That's true. So, вот ключ как бы. I need to hide the keys or William won't hear his dumb beeper. Не услышит пищалку. Походу реально это было в окно. Но. Почему-то у меня его не было. Ключа. Now I get. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, окей. Все, выкидываем пищалку. Goodbye. Мой ключ. Все, батя в живых. Не работает, бей. I know I had those keys right here. Да? I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Жок, совсем забыл о тебе. Покажись ключ. Of course. Хер тебе. Last time никогда I больше не помню ничего от Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? Ты не можешь сесть the на автобус? Right down the остановка street. Совсем недалеко. This I can do. А я ведь могу хорошую идею, Макс. Oh, yeah, the bus is great. Да, автобусы это классно, у них колеса, они ездят, приезжают каждые 15 минут, и места вам с Джойс, и продуктами хватит. And это сбережет окружающую среду. Что, он подозревает? Убедила. Ну что ж, я почапал к автобусной остановке. Почапал. Я этого слова полжизни не слышал. Макс, you're being so Макс fucking твою-то okay? налево, а ты странная. Хлоя, я такая классная. Awesome. Мы классные. We are awesome. Охренеть. Так, время меняется. Похорон не стало. Стали развлечения и парки культуры. Дерзких Хлой путешественниц тоже не стало. Стала одноглазая Хлоя. Потом свадьбы маманьки с охранником не стало. Стала вечеринка с текущим хахалем. О, она с охранником замутила? Стой, почему она все равно испортилась? А, стоп, а, это было. Ей подарили тачку, все хорошо. Охереть, она что-то так с этим охранником сидела жестко, офигеть. Что там было-то вообще такое? Что это за ситуация? Я такого в игре-то не видел никогда. Так. Негр валяется. Что-то нехорошо, видимо, пошло. Или ему по кайфу. Нейтан каким-то добрым стал, или что? Hello, привет, Максим. Нас вообще слушает. Ты помог, пора уходить на встречу заказа. Never, Максим. Это плохо. Вставай сюда. Смотри, тут заказ. Все, ты пришел на встречу заказа. You're not pissed at me, right? Да, знаю, я прости. Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is hot. Кажется, Макс подкаивает. She's acting like so weird. Она как-то странно. You cool, Max?
Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Да наплевать, плохие девочки. Warren. Warren, ты что, встречается со Стеллой? Ты что, ревнуешь? Больше не смотрит на нее. О нет, это просто полный капец, что еще я изменила. Хлоя. Охренеть. Ну так-то все лучше стало, ну с одной стороны. Но они как бы мудаками-то остались. Может быть, Макс даже мудаком была. Хрань. Здравствуйте. Он как будто в последний путь ее повел с таким лицом. А, вот прямо здесь эпизод закончится, да, получается? Офигеть, удобно. Кажется, что-то изменилось, наверное. Что, странные косяки птиц? Или так и должно со временем. Я даже не знаю, что сейчас увидеть. Ну ты заходи, ты куда смотришь? Колонки. Покорила Сиэтл, а тебя решила передохнуть? Мы уже думали, что пожив в большом городе, ты сюда никогда не вернешься. Нет. Я бы никогда не бросила Хлою. Кстати, не, она ждала тебя с нетерпением. Минуточку. Блин, она и в этой вселенной не пришла к Хлое. Ну и мудачка, а. Хлоя, у тебя гости. Ой, сейчас охереет. Ой, охерела. Когда это случилось вообще? Жесть. Явно оторва не стало. Первый раз это было пипец. Невероятно, безумно, странно. И все такое. Так, ну ладно, я не буду, так как это, ну, посреди стрима сейчас смотреть титры и все такое, сразу же в следующий перейдем. Так, музончик. Музычки, скорее всего, сейчас у вас нихера не было, как всегда. Проявочная, эпизод 4. Там Джеймс и Бонды будут. Все, продолжаем сразу же. Не останавливаемся. Ранее в Life is Strange. Ого. Ты ни понятия не имеешь, кто я такой, во что ты ввязываешься. Больше никогда ко мне не прикасайся, урод. Как все было спокойно. Давай обсудим твои суперспособности. Что ты тут делаешь, Макс? Стой. Не подходи ко мне. Не сейчас, не получается. Я знаю, что вам неприятно это обсуждать.
мисс Колфилд, прошу, расскажите нам все. Эй, это же Тельма и Луиза. Это браслет Рэйчел, какого хера он у тебя делает? Угомонись, хорошо, это был подарок. Макс, мы должны найти Рэйчел, и быстро. Как ты уже сказала, пора нам начать искать ответы. Добро пожаловать в мои владения. Давай найдем, что хотели с вами отсюда. Макс, тебе стоит взглянуть на эти файлы. Рэйчел в проявочной. Снова и снова, и все. Слушай, я нашла фотографии Рэйчел с Фрэнком, и... Они явно были не просто друзьями. Поверить не могу, что она занималась этим с Фрэнком. В это время она врала мне. Почему она ничего не сказала? И кого же ты винишь? Своего гребаного отца, а ты-то думала? Неправда. Ты знаешь, каково это ждать своего отца, будучи ребенком? С тех пор, как он умер, моя жизнь пошла по одному месту. Хлоя, я такая классная. Мы классные. Эй, Максим, ты нас вообще слушаешь? Это просто полный капец. Что еще я изменила? Макс Колфилд, минуточку. Хлоя, у тебя гости. Shit, motherfucker. Son of a bitch. Life is strange, игра, в которой все принятые вам решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Если вы девочка, выбирайте с интуицией. Так, все, звук онлайн. Красивенько. Ну, уродливенько, конечно, но... Ну, дизайн клевый, выглядит классно, но графон говно. Краб прикольный. Офигеть, ну, просто картинка, ну, просто шикарная. Графики нет, Square Enix представляет. Надо включаться. Dontwood Entertainment. Штука. Эпизод 4. Проявочная. Блин, какие кадры охеренные. Просто пипец. Любой на обои подойдет. Вау, неплохо. Неплохо, неплохо. Если бы интересно, она бы здесь осталась, получился бы шторм. Скорее всего, шторма бы вообще не было, если бы она только посмотрела на это видение и ничего не стала делать, перематывать время, все такое, скорее всего, его не было. Ты пропал, а я вернулся. Я отключаюсь, когда титры, ну, знаешь, кинематографии. Так необычно снова с тобой гулять. Понимаю. Но я рада, что мы снова вместе. Было здорово, что ты прислал мне письма. Никто из моих друзей даже этого не делал. А ты еще и на пергаменте писал. Это в твоем стиле. So pretentious. Это вычурно, но мне нравится. But I love writing on it, like чувствую себя английским поэтом. You deserve the best stationery. Лучшего. Probably easier to write. Наверное, писать письма легче, чем навещать меня. I don't mean that in a я не с издевкой, ты не подумай. Totally. Тебе наверняка хотелось бы избежать всех этих неловких разговоров. Like this. Pretty much. Желательно. Yeah. The worst thing you can do is слушай, обращаться со мной как с ребенком, это худшее, что ты можешь делать. Я все еще хочу смеяться и говорить о всякой херне. Can we stop? Может, остановимся? This is seriously the best view of the sunset. Самый классный вид на закат. Как фотографы это называют? The golden hour. Золотой час. See? Ну вот видишь. Without you here, я бы так и не узнала. Наверняка ты смогла бы сделать пару классных снимков. Those beached whales are so sad. Ты бросившись на берег, это так печально. Кажется, я понимаю, каково им. По крайней мере, я жива, и ты рядом.
You're a real survivor. Хлоя, ты настоящий герой. Представляю, как много ты пережил. So much. I don't want anybody else feeling sorry for me. Я не хочу, чтобы кто-то меня жалел. Это я сама успешно делаю. На пару с родителями. Отец до сих пор винит себя за то, что купил мне ту машину. Ты ведь не винишь Вильяма? You don't really blame William, да? Do you? For getting me the hybrid, за то, что он купил мне гибрид, который я так хотела на свое 16-летие? Нет, я виню того мудака, который меня подрезал и отправил в кресло. Ты все помнишь? Время для меня будто замедлилось. Я почувствовала, как хрустнула спина, и это был последний раз, когда я что-то чувствовала. Жесть. Когда я проснулась в госпитале, я поняла, что не могу пошевелиться. Боже, я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Я просто счастлива, что снова с тобой увиделась. Кто знает, я могла бы просто-напросто исчезнуть, как та девочка из Блэквелла. Она Рэйчел, наверное, говорит. Ты про Рэйчел Эмбер? Когда ты с ней в последний раз разговаривала? Никогда. Я не только что... Только про нас там слышала. Я даже имени ее не знаю. Ты была с ней знакома? Мир был совсем другим, когда мы были детьми, не так ли? После затмения и снегопада создается впечатление, что грядет конец света. Возможно, но хотелось бы верить, что все еще можно изменить к лучшему. Хотелось бы и мне в это верить, но надежды у меня совсем не осталось. Да сейчас творится какая-то неразбериха, но пока мы вместе, мне не страшно. Гуляя с тобой, я снова чувствую себя ребенком. Ты даже не представляешь. Послушай, Хлоя, прости, что раньше не навещала. Это неправильно. Ты ведь моя лучшая подруга. Макс. Спасибо, что навестила меня. Ты замечательна. Вот уж сомневаюсь. У меня нос замерз. Наверное, нам стоит вернуться домой. Да, тут, блин, холодно. Блин, не забить моё терпение, no слова не могу. None taken. Все в порядке. Блин, жесть, совсем другой человек. Зато не такая мразь. Интересно, она училась в школе или нет? Ну, то есть, на домашнем обучении, вероятно. Ну, и, может, связано с этим, интересно, Блэквелл. Человек сидит, все послушал. Что-нибудь изменит потом. Такие дела. Писали бы уже даты и время, блин, в заставках, хотя бы иногда. Было бы легче понимать, куда она перемещается. Какая продвинутая берлога. Больше похожа на продвинутую клетку. Но мне повезло, что мои родители рвут зад, чтобы заботиться обо мне. Я знаю, как им тяжело. Они благодарят Богу, что ты рядом с ними. Ага, особенно когда они даже прогуляться в одиночестве не могут. Иногда я веду себя как неблагодарный подросток, лишь бы дать им повод поорать на меня. Это жалко, я знаю. Хлоя, ты замечательная дочь, ты добрая и отзывчивая, даже когда этого не требуется. Поверь, я все еще срываюсь, и частенько. Особенно бесит, когда медсестра наблюдает за мной, пока я хожу в туалет. Или же, когда врачи вертят мою во все стороны. Даже представить себе не могу. Но ты все так же прекрасна, как и тогда, когда мы были детьми, когда мы сосались с тобой. Спасибо тебе еще раз за то, что пришла, Мак. Мне нужно попить. Можешь принести немного воды? В каком виде? Ты пьешь через трубочку? Блин... Все оборудовано для такой жизни. Она бы предложила сделать ей макияж. Я, конечно, не умею, но было бы забавно. Ага, откуда у нее столько косметики, если она и не пользуется? Монитор зато, смотрите, какой здоровенный. У нее вроде было все похуже до этого. Chloe is still a punk heart. Душа Хлоя все еще панк, но прыгать в толпу со сцены она больше не может. Клуб «Черный чердак», календарь, выставление. Так круто, что у Хлои есть друзья в сети. Мисс Блю, Игнатиус... Кто, интересно?
горячие колесики. О, господи, даже как там неудобно. Не говорится логин и пароль собеседника в случае кража аккаунта, вы ответственны за правила чата. Чем занимаешься, с тобой болтаю? Ха-ха, да ладно, собираюсь на квантовый скачок. О май гад, обожаю, Скоду Бакула рулит. Ты тоже рулишь, надеюсь, мы как-нибудь встретимся. Если только ты не в Сан-Франциско. Так, мне нужно отойти по кое-каким делам. Попытаюсь вернуться вовремя и застать тебя с Бакулой. Уж постарайся. Привет. По вкладкам перемещаемся. Ну, в общем, понятно. Губной манипулятор. Wow. Chloe can totally control her computer. Здорово, что есть подобное изобретение в качестве жизни. Серьезно? Блин, пипец, это, наверное, неудобно губами компом управлять. Есть же всякие штуки, которые уже... А, ну это старое время. Глазами сейчас же можно всем уже управлять. There's the old Chloe. Вот она, прежняя Хлоя. Где-то далеко. А, вода прямо здесь? Я думал, надо идти на кухню куда-то. Drink up, Buttercup. Пей, Лютик. Почему Лютик? О, man. Блин, неудивительно, что у меня в горле пересохло. No wonder my throat is dry. Похоже, так много сегодня я не разговаривал абсолютно. Ты когда не думала вести радиоэфир или что-то вроде того? Стрим вести? О, как мне сейчас хочется треснуть тебя на радиоэфир? Подруга, да у меня эфир по венам течет, сколько там. Я просто предложила. Я знаю, что ты просто хочешь помочь. Ага, это уже становится моей дурной привычкой. Ты рассуждаешь как взрослый человек, такое чувство, будто детьми мы были в другой жизни. Какой прикольный на заднем плане. Покажи. Хамелеон. Кажется, это будто было вчера. По мне, так еще вчера мы были совсем мелкими, смотрели могучих рейнджеров и... разносили кухню. Господи, да мы тогда весь дом в муке испачкали, даже моих родителей. Это было так весело. Это было очень давно. Ты единственная, кто вырос со мной и продолжает меня навещать. Как видишь, большинство моих друзей отвернулось от меня. С кем ты общалась? С кем друзей ты общалась больше всего? С Меган Уивера. Ну ты ее не знаешь, она была классной. Что значит была? Но после аварии стала слишком высокомерной. Я знаю, что не поддерживала тебя, но нет оправдания. Я виновата. Но я пытаюсь загладить свою вину. Как? Чувиха, ты же не Супер Макс, и я не пытаюсь вызвать у тебя чувство вины. Это я практикую на родителях. Как они? В смысле, они все еще счастливы вместе и все такое? So now you're Dr. Bill. Хочешь под доктора Билла? I guess они в порядке, учитывая то, что им приходится возиться со мной. Они смеются и держатся за руки, надеюсь, у них все еще есть время на это дело. Думаю, Джойс и Вильям отлично справляются. Макс, эта авария сильно их подкосила. Наша страховка полная отстой, а счета за лечение просто кошмарные. Им под силу платить все эти счета? Нет, конечно. Они скрывают от меня расходы, но не нужно быть гением, чтобы догадаться, что родители тратят на меня почти миллион в год. Хлоя, ты бесценна, я не шучу. Миллион в год. Ты такая задротка, за это я тебя и люблю. Конечно, я разбираюсь в задротах, ведь я сама такая. Видишь, я по сути развлекательная система. Было бы так здорово расслабиться и посмотреть вдвоем кино, как тогда, когда ты приходила ко мне на ночевку. Что бы ты хотела посмотреть? Ну, у меня сейчас сентиментальное настроение, как раз для бегущего по лезвию. Охеренно. You know, я уже всегда хотела себе такие же цветастые пряди, как у Прис. Я знаю, с голубыми волосами ты бы выглядел изумительно. Охеренный выбор. И не вздумай засыпать, как ты всегда делаешь, когда мы смотрим фильмы. Я помню, Макс. Обещаю, что не засну. По крайней мере, пока ты здесь. Не сегодня. Где его найду? Надо идти торрент скачивать. Наверное, больше там нельзя странички никакие включать. Охренеть, у нее лицензионный DVD, значит. Не обалдеть. Here's the DVD. Here's the DVD. Snow globes are Нежные шары захватили все пространство. Вон маяк. Вон кит. Ну какие еще отсылки Snow globes are taking over. Дерево, скейт. Нью-Йорк. И что-то там детское. DVD-проигрыватель активировать. Да я сомневаюсь, что нам захотела бегущего по лезвию смотреть. Ну хер знает, насколько она задротка, конечно. Тут прям что-то пипец совсем.
по звукам угадать бы, что это. Я не помню такого. Как внимательно не смотрим. Зачем эта трубка? Ну, то есть, позвоночник же поврежден, а разве, ну, типа, с едой у нее проблемы какие-то? Трубка-то для чего? Для кислорода или пищи? Она же вроде говорит нормально. Она, наверное, говорить не смогла, чтобы такая херня была. Хотя фиг знает, я точно не уверен. Интересно, Макс первого уснул или нет? Охереть, сколько комп электричества, наверное, мотает постоянно включенный. Ради одного чата. Да, неожиданная вселенная. Поверить не могу, что ты так быстро уснула. Как ты посмела? How dare you? I know you were beat down after the day with me. Вчерашний день. Да, я бегущий по лезвию, усыпляющий фильм для ночного просмотра. Кстати, как ты думаешь, Декарт все же был репликантом? Sorry, I can see прости, вижу, ты еще не до конца проснулась. Нет, прости, что я так быстро вырубилась. Ты в порядке? Когда на мне никто не спит, рядом есть мои родители. Ты такая стерва по утрам. С кем поведешься? Вчера было нереально круто. It was great. Было замечательно вновь увидеть тебя. I know things were понимаю, все было бы иначе, когда мы были бы всего лишь глупыми детьми, но рядом с тобой я вновь почувствовал себя тем мелким пиратом, который везде скачет и бегает по лесу. Это очень много значит для меня, тусить с тобой и заниматься всякой херней. Черт, у меня снова болит голова. Ты не могла бы подняться наверх и принести инъектор морфина за ванной? Morphine injector? Это как будто в Star Trek попало. Игла такая тонкая, что ее даже не чувствуешь. Серьезно, он не нужен. Родители хранят морфин наверху, так как думают, что мне туда не добраться. Но тебе-то это под силу, Макс. Ты ведь пират, явно. Уже бегу, Хлоя. Стоп, а почему они тогда не спрятали его хер знает где, если он ей необходим жизненно? Почему он спрятан вне зоны досягаемости даже? Что-то я не понимаю. Ей нельзя морфин или что? Потому что она меня, ну, типа, обманула для чего-то. Привет. Hey, William. Я тебя не отвлекаю? Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Заниматься счетами. Kidding. Шучу. How can you да, bother как ты можешь me? Меня отвлекать? I haven't seen you in forever. I know. Я знаю, вы все такой you же, look exactly здорово. The same. It's so cool. Не постарел. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. Хотя времени не так много. So what's on your mind? О чем ты хотел поговорить? Сколько там всего-то ничего? Три года или что-то типа того? Там какой-то совсем маленький срок, который раньше мне казалось намного больше. Хлоя, тяжело об этом говорить, но я искренне сожалею о том, что произошло с Хлоей. I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. Я тоже. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. She is amazing. Она потрясающая. Я так рада, что вы здесь и помогаете ей. И что вы ее отец. Be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Помогает нам обоим. Max. Max, я даже не хочу думать о том, что случилось бы с Хлоей, если бы меня тут не было. William, я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду рядом с Хлоей, что бы ни произошло. Always. Всегда. I know you will, я знаю, Макс. I was impressed by Chloe's room. Меня впечатлила комната Хлои и все это навороченное оборудование. You should be. Ну, еще you could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but страховка помогает, но я не знаю, Max. Что делать, Макс. I know it must я знаю, что вам очень тяжело в финансовом плане. His bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? Семья Прайс всегда впереди, поняла? Куда они без дома-то ринутся? То есть... Ну, закончится дом, закончатся все деньги. И что делать-то потом, на улице жить? Как-то вариантов-то вообще не остается на самом деле. Страховка, если ничего не покроет нормально, то... Ну, типа, либо почти не жить, она не сможет, ну, нихера вообще делать, лечиться, она будет просто в боли подыхать.
Или вообще непонятно, где на улице сразу подыхать. Being around you and приятно Joyce находиться again рядом с вами и Джойс. Это навевает so воспоминания. Nostalgic. Very old school, as they say. Говорят, I think it's great for Chloe to see. Очень рада тебя видеть. Makes Joyce happy too. Да и Джойс тоже. So it's not all bad news in Arcadia Bay. Не так уж все и плохо. Или я не прав? Ну, давай, Рэйчел. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh yes, she went to Blackwell, right? Она училась в Блэквилле, ведь так? Oh, poor thing. Ужас. That's a real nightmare for her family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? Никто не знает, да? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. Это Хлоя, моя семья, Джойс. The Prescott family might be bad news. Ничего хорошего себя не представляют. А вы что о них думаете? Evil. Чистое зло. Next question. Еще вопрос. Like you know, судя по всему, вы хорошо знаете. Лучше, чем хотелось бы. Joyce has to work for those greedy bastards at Bann Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. Пойду гляну, нужна ли Хлоя помощь. Было очень приятно снова с вами. It was so great talking with you again. Она там сгибается. You act like it's the last time. Как будто это последний раз. Please keep me from these bills whenever you want. Счетов, когда угодно. Кто? Я с ним базарю. Ох, пипец, это же дофига... А, всего? Я думал, переписок сейчас будет за пару лет. Макс, ты занята, забиваю на домашку, как обычно. Ты же сказала, что помогу. А, я же сказала, что помогу, ты никогда не позволяешь мне помочь. Ладно, не драматизируй, мне хватает твоей заботы. Я стараюсь, кстати, я достал той улетной травки, у сама знаешь кого. Оставь мне чутка, нужно бежать, созвонимся. Нихера себе, это было предыдущие дни, да, получается. Заходи сегодня вечером. Все хорошо, Макс, ты просто так быстро ушла, Нейтан тоже беспокоится. Если захочешь поговорить, позвони мне, окей, люблю тебя. Они с Нейтаном встречаются в этой реальности? Я думал, это просто фановые арты, нихера не имеющие за собой ничего. А, я забыл вот эту всю фигню. Макс, если ты злишься, скажи, окей, не отвечаешь. Если захочешь поговорить, моя дверь всегда открыта, люблю тебя. Ох. Ох, с Алисой тоже общаемся. Привет, Макс. Жаль, что ты тусуешься с такими людьми. Я думал, ты другая. Алиса, я видела, как ты кидала в меня туалетную бумагу. О боже, я не в тебя целилась, клянусь. Больше так не делай. Это странно. Хлоя? Она же из этой комнаты не выходила. Зачем они переписывались? Привет, Макс, это Вильям. Если захочешь связаться с Хлоей, можешь позвонить на этот номер. Она будет рада. Надеюсь, скоро увидимся. 2703, это было просто охереть как давно. Привет, Хлоя, это Максин, знаю. Она себя сама Максин теперь называет. Знаю, я давно не появлялась, но хочу, чтобы ты знала. Я поступила в Академию Блэквелл, надеюсь, это все еще твой номер. Макс вернулась. Блэквелл, это же супер, ты крута. Ну что, гораздо круче, мы можем снова вместе отрываться. Так что да, это все еще мой номер. Крутяк, у меня гора домашки, но я скоро забегу. Не дразни меня, столько времени прошло. Знаю, до скоро. 11.08. Так она, значит, ну, не так сильно удивилась. Она все-таки знала, что она зайдет. Понял. Хоть написала. Макс, спасибо, что передала мою маму... проведала мою маму вместе со мной. Думаю, она всегда хотела, чтобы я была такой, как ты. Вряд ли. Твоя мама крутая, как и ты. Ага, конечно. Я рыдала. Как я плохая девочка. Я тоже просто... Ты не видела. Плакать это нормально. Порой это странно. Мой дурацкий телефон разряжается. Перезвони мне. Окей... Йоу, Макс, где ты? В проявочной. Проявляю снимки для конкурса. Супер, значит, ты идешь в два кита. Пока, вроде не собираюсь. Увидимся позже, до встречи. Пока вроде не собираюсь. Окей. Ох, что там с мамой. Днем рождения, Максим, мы до сих пор не можем поверить, что ты прошло. А, что прошло уже 18 лет, с тех пор, как ты родилась. Максим, это мама, нам нужно обсудить кое-какие твои счета. Ты тут? Да, мне же нужно время на ответ, я не могу смсить на каждом уроке. Некоторые преподаватели это бесит. Она стала хуже общаться, значит, или что, нихера себе преподаватели бесит в 9 утра? А, это 21 числа, а она ни разу не ответила. Потом 5-го. И это странно. Да, потому что это очень грубо. И, пожалуйста, не огрызайся. Прости, много домашки.
Ты ведь не одна в семье. Вот нам интересно, так ли тебе необходимо столько тратить? Мы хотим, чтобы ты ни в чем не нуждалась, но твоя стипендия ведь не все покрывает. Ты же сказал, что я могу использовать твою кредитку, если нужно. Я только пленку купила, а ведь это даже не фотик. Может, пришло время перейти на цифровую камеру? Я перезвоню, нужно бежать. Не дуйся, люблю тебя. Привет, солнышко, надеюсь, ты не забываешь поливать растения, которые мы тебе дали. Только не затопи его, мамуля. Блин, нам удачки стало совсем в этой вселенной. Все очень обидно и плохо. Так, на второй этаж бежать уже. Там Хлоя подыхает. А я стою, смс-ки читаю. Да, довольно неловко. Так, свет можно? Как? Как мне его активировать? Может, снаружи включается? А, вон что было. Ну да, снаружи. Только я не могу. Все равно. Нет, снутри. А зачем два выключателя снаружи и внутри? Супер странно. Хорошо, что Хлоя использует и природные средства. Чуваки, если вы типа живы в чате, напишите, пожалуйста. Давайте как-то вместе тусоваться. Это сделает жизнь намного проще и приятнее. Так, где же она его там спрятала? Ванна сюда же, только теперь в ней больше лекарств. Just more medicine. Life is Strange тоже почему-то перестал быть супер, ну, довольно популярным. Here it is. Никогда бы не подумал, что never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Раньше было более как-то интересно, не знаю, в чем прикол. Что случилось, я не понимаю. Мне слишком сложно анализировать активность на Твиче. Текс, ну и все, погнали колодца. Ну, привет. Наконец-то. Вставь синюю таблетку. Прости, я, конечно, могу попробовать, но руки у меня кривоваты. Давай, просто подсоедини его, это легко и безболезненно. Хорошо, но если я все испорчу, сразу зови родителей. Oh, trust me. Я готова, уж поверь. Of course, my pain just keeps getting worse. Разумеется, становится все хуже. You caught me on a good day. Но ты пришла ко мне, когда боль отпустила. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. Могу зависать с тобой. See, I'm getting mushy. Я уже словно ватная. I'm already high. Морфин начал действовать. You're so adorable. Какая милая. Тебе нужно что-нибудь еще? Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo. Возможно, я слишком эмоционален, но не могла бы ты достать один из тех альбомов? Can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Когда мы были Please. Детьми. My diary is like emo crown zero. Plus, Max Caulfield does Max not pass никогда up не a photo op with Chloe Price. С Хлоей Прайс. Ever. Никогда. Так, стоп, где они? Ну все, погнали. I'm glad I took this Я рад, что сделал этот снимок. О, Chloe has a new memory of William and her together. Блин, я бы еще посмотрел на свое граффити на самом деле. Хорошо, что можно ходить куда хочу. Ну то есть неограниченные сцены. Please, Bill, should all just say, dear sir, you are. Yep. Да, it's the same graffiti from before. Много чего изменило. Интересно, ее хоть раз отругали за это граффити? Так-то офигеть. Чтобы она рисовала прям на мебели. Is that okay? Так, Perfect. Хорошо видно. Идеально. Oh my God. Боже, look посмотри, how little какие we are there. Маленькие. Мы как we look будто like игрушные. I remember я помню that тот день, проведенный в маяка. My dad was pissed at us. Он даже собирался поставить нас в угол. А ты смеялась над ним. Так бы меня наказал, что мало не показалось. Ну, погнали. Блин,
шейповые картиночки. Вау, крутая фотка. Мы так клево выглядели в этих пиратских костюмах. Блин, так разглядеть можно. Жаль, что мы не покорили Аркадию Бэй, пока у нас была такая возможность. У тебя, да, все еще есть время. Уж без бати, чем так. О, man, there we are making pancakes. Мне нравится этот снимок. I love that shot of us. Тяжело поверить в то, что его сделал мой отец всего 5 лет назад. Literally seems like yesterday. Как будто это было вчера. I wish it was. Если бы. Me too. Да. This photo. Это фото. Возможно, я смогу. Maybe I could. Listen, Max. Слушай, Макс, моя дыхательная система с каждым днем слабеет. Я слышал, как доктора говорили об этом, когда думали, что я воткнулся. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое. I know I'm just putting off the inevitable. Пока мои родители страдают, и я вместе с ними. And I will too. Я не хочу, чтобы все закончилось именно так. This isn't how I want things to end. What? Что? О чем ты? What are you saying? I'm saying, я имею в виду, что мне было очень приятно снова провести с тобой время. Я вспомнила, как мы бегали по городу, будучи детьми, делали все, что заблагорассудится. И сегодня я как будто вернулась в те времена. Я хочу, чтобы время, проведенное с тобой, было моим последним воспоминанием. Ты понимаешь, о чем я? Да, я понимаю. Просто выкрути капельницу до 11. Жесть, слишком сложно. Отойду и вернусь через пару минут. Сейчас, на пару минут отлучусь буквально. Просто не теряйтесь. Ну, надо, короче, как это все решить попроще можно. Я просто вспомню, что я делал в прошлый раз. В прошлый раз, по-моему, я
Я согласился, чтобы ее не расстраивать. Ну, потому что это довольно логично, если подумать. Потому что... Что было в прошлый раз? Ну, какая логика? Она реально, счетов до хера, родители не вывозят. Сама она подыхает понемногу. Тут как бы сильно вариантов-то нет. Ну, что толку? Я выберу, допустим, если... Ну, не абстрагироваться от того, что решение может не так сильно повлиять и все такое, типа, потому что что-то вернется, то какая логика? Допустим, останется она жить, проживет она еще пару лет, родители будут в долгах, она будет в полной депрессии подыхать, будет в постоянных расстройствах и умрет несчастливой. А родители будут без дома и все такое, сидеть вообще непонятно для чего, и тоже в депрессии несчастливой. Если сейчас так сделать, то она может умереть счастливой, мол, и это не так уж и плохо. Она все равно ей только хуже будет, а сейчас она умрет под морфином и рядом с Макс. Это будет довольно радостно, по-моему. Но, я выбирал это в прошлый раз, поэтому в этот раз я хочу выбрать что-нибудь другое, например. Я не знаю, я бы сказал подумать. Допустим, ну, сложное решение. Хлоя, я правда не знаю, смогу ли. У меня была еще одна подруга, и... которая хотела покончить с собой, и я сделала все возможное, чтобы спасти ей жизнь, но не смогла. Это было другое. Разве я могу забрать твою? Наверняка есть другой выход. Макс, ты всегда помогала друзьям во что бы то ни стало. Прошу, не изменяй себе. Да. Ну, тут все логично. Я хочу помочь тебе, Хлоя, но думаю, от моей помощи станет только хуже. По крайней мере, у тебя есть выбор, когда тебе нужно принять решение. Ты можешь просто... Взять и сделать это. Теперь посмотри на меня. Я вызываю только жалость. Но это неправда. Я хочу сделать собственный выбор хотя бы раз. Наверное, самый важный в моей жизни. Пожалуйста, помоги мне, Макс. Можно было бы не вестись на эти уговоры, потому что, как бы... Ну, человек просит себя убить. А с другой стороны, ну, она так-то все правильно говорит. Тут как бы сложно хоть с чем-то поспорить. Ну, все факты говорят, что она не поправится, поэтому смысла бороться тоже сильно нет. Пытаться дальше как-то лечиться на кредиты. И когда врачи говорят, что ты только хуже с тобой будет, но в этом немного смысла. Просто оттягивание неизбежного, хоть, ну, оно может быть хорошим, оттягивание неизбежное, но здесь-то ничего хорошего не будет, здоровья когда нет, она же ничего не сделает. Но я, наверное, откажусь, ну, типа, потому что... Или я соглашался в прошлый раз, блин, не помню, вообще не помню. Сложно было бы убить. Пойти на поводу, что ли? Блин, чат сегодня молчит. Половина работает, фанатов Life is Strange, половина... Среда всегда супер тихий день, это супер странно. Середина недели вроде бы. Вох, и кто-то играет в игру на геймпаде. Все зачем-то парятся, играя в это с клавой мыши. Да вообще непонятно. Привет, мистер Хагглс. Ну, то есть, мне тоже всегда прикалывало больше на геймпаде, как бы. И это как бы кинцо, можно облокотиться и, ну, типа, нормально сидеть, не париться. И во многих играх, таких от Telltale даже, кнопки выглядят почему-то лучше от геймпада. То есть, иногда от клавы, вроде бы, обычные буковки, вроде бы, так то же самое по размеру и все такое, но они либо здоровенные, либо уже... не в тему шрифтом каким-то тупорылым, и все это по-уродливому так выглядит. Ладно, короче, я... Стрима на Ютубе нет, а на Твиче качество нельзя понизить.
такие дела. Рестрим на Ютубе был, но я как-то постримил СТСовское шоу, и меня забанили на 3 месяца на Ютубе, так что там только записи остались, и то новые. Мне как-то немного лениво обновлять, но я это сделаю. Поэтому пока на Ютубе нет рестримов. А на Твиче у меня можно было менять качество одно время, но оно меняется из-за того, что статистика как бы прыгает. То есть, если бы стабильно большое число людей смотрело бы, то у меня было бы выбор качества, но оно в один момент просто просело и пропала снова эта опция. Ну, это супер обидно, я даже не знаю, каким образом резко стата так выросла, что мне его в одно время включили. Я думал, это баг какой-то, спросил их поддержку, мне сказали, мол, ну, повысьте показатели и, возможно, все вернется. Так что, вот, отличный повод подписаться и приходить на каждый стрим, чтобы появилось качество. Я, наверное, соглашусь. Я не помню, что я сделал в прошлый раз, но... Ну, печалька, да, понятно, но со временем, типа, будем верить в лучшее и что-нибудь наладится. Наверное, соглашусь, типа, помочь и все дела, но это будет... Блин, в прошлый раз, наверное, соглашался. Ладно, откажусь, пофиг, я, кажется, соглашался в первый раз. Жестко это, жестко. Можно отказаться, ничего, никто меня не осудит. Мне больно смотреть на то, как ты мучаешься, но у меня нет никакого права сделать это. Я совершеннолетняя, я даю тебе право. Но как же Джойс и Вина? Я уже попрощалась с ними, они не чтят мои пожелания. А ты учтешь. Так ведь? Она и родителям это говорила. Я не могу убить тебя, подстроив передозировку. Макс, я умираю от болезни, а не от дозировки. Это просто ускорит процесс. Я бы хотела умереть, будучи счастливой. Блин, я уже отказала. Я хочу, чтобы моя лучшая подруга помогла мне в этом. Я помогу тебе, но не таким способом. Ты должна мне поверить, Хлоя. Почему, Макс, тебе просто наплевать на меня, как и всем остальным? Не начинай. Почему бы тебе не уйти? Ты хочешь этого с того момента, как ты пришла сюда, так ведь неправда. Мы нормально посидели, классный фильм посмотрели. Хлоя, я больше никогда не оставлю тебя одну. Ну, они, может, и проведут какое-то кайфовое время вместе, но все будут грустны и все будет только хуже. А чё? Вот на чё сфокусироваться? Почему нет кнопки «Встать и жить эту жизнь»? Почему нельзя в этой всей... Ой, нет, отмена, я случайно, нет! Нет, это заново все слушать, смотреть. Я могу же еще и отменить и посмотреть, что было бы, если бы она умерла. А давайте посмотрим, ну типа... Блин, как же это много. Вот случайно нажмешь кнопку, и все, пипец, перемотается до последнего решения. Ну ладно, соглашусь, раз уж играем. Все равно второй раз играю. Если бы один первый раз играл, я бы ничего уже не перемотал. Меня не прикалывает эта функция перемотки решений, чтобы ты мог перевыбрать что-то. Я просто усну, буду думать о нас с тобой вечно. Нет, не будешь, ты просто умрешь. Толкнули девочку на путь преступления. Че родители скажут? Типа, Макс, ты... передознула нашу дочь, потому что она тебя попросила. Но явно все об этом догадаются. Thank you so much. Спасибо. Я так горжусь тем, что ты следуешь за своей мечтой. Не забывай обо мне. Ты глупая. Ну, ты не глупая. You, ну, все понятно, но, блин. Еще увидимся. Soon привет, Only Hate Anime. Аниме для пацанов. Почему? Блин, ну ладно, пофиг. Аниме для пацанов нормальных. О. Блин, нужно срочно анимешников в чат каких-нибудь запульнуть. Для войны. Мугиварч, привет! Давай, заряжай. Чик-чик. В чат. Кинтокена надо звать. У меня просмотров больше, чем у тебя. Блин, придется закрывать канал, черт. Ну, я, наверное, не буду перематывать это решение. Ну, то есть оно лучше, пускай, sorry, пусть так. А я аниме стримлю, ну, рад за тебя. Удачи тебе в твоем начинании. Желаю тебе большого количества просмотров, еще больше, чем у меня. Так, ну все, можно как бы перемещаться.
Кто тебе закинул? Люди. Нет, я здоров. Спасибо, что поинтересовался. Так, мы возвращаемся к той фотке. Однажды папа купит себе один из крутых фотоаппаратов. Надеюсь, вспышка не запугала тебя, Макс, в коллекцию. Ладно, мы ушли деградировать. Удачи подеградировать. Можешь подписаться на канал заодно. Мне плюс один прибавить, типа. Просто так. О, не знал, что тебе надо было купить продукты. Конечно же, я за тобой приеду. Она еще и сожжечь ее хочет, чтобы не перемещаться. Доллар в банку ругательств. Ну, не обязательно было сжигать. Типа, у тебя способность перематывать время. Ты просто по приколу можешь перемещаться и, ну, общаться там с ним. Даже, допустим, что-то спросить нужно. Не оплошайте. Сегодня твоя мать пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося. Ну ладно, понятно. Тут лучше помолчать под такой трагичный момент. И он ушел в текстуры. Игра не очень, имхо. Привет, красный кардинал. Ну, она довольно прикольная. Виктор, а чем она тебе не нравится, скажи? Ты ведешь себя как-то странно. Chloe. Хлоя, прости меня. Я пыталась изменить твою жизнь к лучшему. Я правда пыталась, прости. Она не понимает, о чем. Я не совсем понимаю, о чем ты, но все же, ты изменила всю жизнь. Ты моя лучшая подруга. У меня есть ты, прекрасная семья, то, что ты извиняешься. Привет, чудо-геймик. Мы всегда будем лучшими подругами. И когда мы подрастем, мы захватим весь мир. Послушай, что бы ни случилось, ты должна быть сильной. Я бы вас раз на раз побил. Даже если тебе будет казаться, что я тебя бросил, этого никогда не будет. Я всегда буду поддерживать тебя, Хлоя. Всегда. Мы от Муги. Понятно, я так и подумал. Ну и возвращается, короче, время. Так чем игра-то, собственно, не нравится? Где аргументы, факты? Да, прикольный день рождения у них был. Вот эту сценку я бы посмотрел в любом случае в игровом виде. Тачка, блин, Before the Storm, какая херена сцена была, когда она в этой машине заснула. Только стоп, почему машина изменилась на что-то радостное? Что-то еще изменилось? Геварчик, куда ты это вкинул? Кого ты позвал? Как это получилось? Что за население, которое еще не любит Life Strange? Ну, я это понял, спасибо. А то скучновато. Life Strange, видимо, даже фанатам поднадоело. Она просто... И вообще в среду часто мало народу почему-то. Я не знаю, как это работает. Chloe, офигеть. You're alive. Yes. Хоть и побитая жизнь, но зато живая. Всего раз поцеловала, а уже так делалось. Просто я так рада, что ты здесь. Ты будто под кайфом, но спасибо за утреннее обнимашки. Мы всю ночь играли в CSR Arcadia Bay, теперь я сижу в замешательстве. Как сопоставить всю эту инфу? Макс, did you forget we've gone over Макс, ты что, забыл уже, что мы попались? Я сейчас скину посчитаю. Надеюсь, ты не играла. Больше не буду, просто я тоже замешательство. Добро пожаловать в реальность, Макс. Вряд ли когда-либо расскажу Хлое о произошедшем. Фанаты аниме хейтят все, кроме аниме. Как я тебе ранее говорил, это все Дискорд. А, так ты просто рано, поэтому мало. Да? Ну как рано? Ну у меня уже 22 час. Ну да, чем позже, все равно побольше людей подтягивается. Но после 11 стримить, это уже значит шептать, это уже
как-то не клево. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Нужно изучить со всеми известными нам пока данными. Discord. Как будто сюжет какого-то фильма. Бог на соседей, а? Ну такое. Не хочется потом ни с кем разбираться. Когда кто-нибудь придет, типа, вы что там шумите, что ли? Да я стример, а мне пофигу, я не смотрю so стримы. Close, yet so far away. Я смотрю Ютуб. А, ну, we have to do three main things. Мне нравится больше. Right. Да мне похеру. What things? Такое? One, что скажешь, decipher Frank's logbook. Первое, так, two, дела, расшифровать, второе, достать телефон Нэтана и выяснить, где он был во время вечеринок клуба, циклон, скейт и Рэйчел, и проверить, что за дерьмо у него в сообщениях. Третье, метелить ему дочку, пока он не выложит нам все данные про проявочные. Жаль, что у меня больше нет пушки. Да, отличное решение, придется с самим справиться. Чувиха, дай хоть надеру ему зад, а потом перемотай. Ты все равно не запомнишь. Их нельзя растрачивать на всякую фигню, иначе у Блэквелла было больше неприятностей. Поздно ты это осознал. Даже не разрешила мне забрать те деньги, что я могла украсть. Я рада, что ты так поступила. Нужно быть нормальной. Знаю, спустись в гараж и посмотри, что там сможешь нарыть. Я пока пробью пару имен и посмотрю, к чему приведет. Или к камеру. И осторожнее, жоп общего. Он вряд ли будет в хорошем настроении, когда он узнает, что мы здесь творим. Если что, ну, просто много людей, которые живут по МСК. Это правда. А так, да, конечно, лучше не мешать. Да, Рика Пиджи-Линк. Я не настолько богат, как Пиджи-Линк, чтобы потом менять хату или типа того. Так что пока я останусь в таком положении. Чудо Гейминг, спасибо за подписку. Да, я увидел. Так, ну здесь все как всегда. Комната довольно уютная, только бечевник просто жесть. Ну вот это вот, что-то пипец. От бутылки. Это засохшая пена или это сухарики? Окей. Можно снова присесть, на самом деле. Я уже запутался во всем этом дереве. Я уже забыл даже, чем они тут занимаются в этом времени. Перепрыгнуться. Зачем взглянуть? Yes, да, здесь была Хлоя Прайс. Орегон. Чашка. Взгляну. Не спать всю ночь лучше повод для того, чтобы выпить много кофе. Это правда. Но только почему вы его не пьете? Все, музыка кончилась. Я должен найти какие-то данные. So sorry, мне очень жаль, Вильям. Несправедливо, что тебе пришлось снова умереть. Ну да. Делов-то, конечно, наделала. Что теперь? Выход 6 июля. Странное название для фильма. Спасибо, Чудо Гейминг. Да, она пригодится пока что. Так что я оставлю себе. This butterfly photo такое чувство, seems будто like я сфотографировал эту бабушку миллион лет назад. How much time have I altered since? Сколько раз уже после этого происходило всякого дерьма. Это как будто постер из PUBG или Fortnite. Ну и чё? Открыть? Мне надо уходить. Пошлите. Скажите, кто что думает об этой игре? Кто-нибудь в нее играл из присутствующих? Или все ее видели Since в первый David раз? Be in there, там сейчас может быть Дэвид, так что не стоит заходить туда. Ради интереса. Опять включить. Тут, видимо... Ну, умыться можно, наверное, типа утро, потому что... Странно, что в этот раз не было сцены, где они вместе лежат в кровати. Мне надо что-то в шкафу. Крат снова видит эту краску. Значит, настоящая Хлоя вернулась ко мне. Странно, что ты поняла это только сейчас, когда ты вышла из комнаты, где была она. Текс. Ну окей, чё, я пойду дальше. А, мне нужно было вниз в гараж спуститься у отчима, что-то там стырить. Сейчас заценю. О, забыл кофе допить. Ты чё грустишь? Киску увидел? You won this battle, Max. Ты выиграл эту битву, Макс. Моя семья разрушена. Даю тебе честь. А, мы его из дома выгнали, точно. Дэвид, я не хотел навредить тебе никогда, но я никому не позволю обижать Хлою. But I won't let anybody hurt Chloe.
too late, isn't it? Уже слишком поздно, да. Просто будь с ней осторожен. Better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Не свались в темноту, сказал на английском. Ну вот, выпроводили мужика. Чё там, китов вынесло на берег, даже видос перевели. Эти несчастные киты похожи на выброшенных на берег ангелов. Что же здесь творится? Уоррен описывает. Так, привет. Не жаль, что я не смогла помочь, но мне казалось, что тебя ослепила наука. Ой, ты откуда читать-то начинать? Так, он матерится? Это все 9 число, я вроде вообще ничего из того, что ли, не читал. Так, это я читал. Кстати, я сейчас покупаю билет в кинотеатр, иначе их скоро разберут. С тебя попкорн. Иными словами, ты уже не отвертишься. Точно, это я помню. Окей, все билеты проданы. Но я таки раздобил на билеты. Ради них мне пришлось избить парочку хулиганов. Долбаные задроты. 4 с минусом, черт возьми, мне поставили 4 с минусом за контрольную по химии. Я не помню, что мы куда-то с ним ходили с этими билетами. Как так вышло? Не знаю. А ты что скажешь? О, ворон обиженный. 4 с минусом, это то еще западло. Мне жаль, что я не смогла помочь, но мне казалось, что наука ослепила. А, что тебя ослепила наука. В данном случае, да, мои предки просто обсрутся. Хей-хей, Макс. Хлоя написала, что мне больше не на что рассчитывать. Она, видимо, секси, так что я все понимаю. Хлоя серьезно тебе написала? Обалдеть, что за жесть. Ну, у меня ее номера точно не было. Но мы хотя бы все еще пойдем обезьяничать. Ну, если ты не хочешь зависнуть с Хлоей. А может, пойдем все вместе? Нет, спасибо, мне и одной занозы в заднице хватает. Класс, мне нужно идти. Бай-бай. Ни хрена себе, даже написала Уоррену. Охреневшая. Пфуф. Я выкинула из окна ту шапочку и отмотала назад. Окей, в этот раз я не стану сажать тебя в тюрьму для самолоёбов. Нужно запастись сигами, кофе и конфетами. Впереди долгая ночь. Пора включать режим детектива и найти Рэйчел Скейт. Отлично, Ватсон, я притащу свою думательную шапку. Без обид, но мне в своей шапке хватает. Я за тобой заеду. Чудно буду ждать. Целовашки-обнимашки. И это не смайлик. Окей. Сколько еще там сообщений? Чего их так много-то? Батя писал. Че там хотел-то? О, как много сообщений для одного дня. Прости, что не связался с тобой раньше. Знаю, ты расстроен. Так. Кстати, мы очень обеспокоены тем, что тебя отстранили. Я предпочел бы поговорить с тобой глаз на глаз. Это я видел. Спасибо, пап, здесь очень трудно. Это я тоже видел. Привет, милая, только что получил странное сообщение о том, что вашей любопытной дочери лучше перестать лезть к другим и последить за собой. Это какой-то школьный прикол, прислали со скрытого номера. Ой, извини, один придурок из моей группы решил, что это будет прикольно. Это не прикольно, и мне не нравится, что мой номер оказался у какого-то незнакомца, ясно? Мне тоже извини, просто я волнуюсь, как любой отец. Знаю, у тебя выдалась тяжелая неделя. Скоро она закончится, я вам потом перезвоню. Люблю вас. Ну, а как он реально номер я получил, не очень понятно. Так, Джастин, что ему надо? Так, откуда это все? Извини, телефон в сумке лежал. Привет, Джастин, занят? Макс Факс занят тусованием. А что ты хотела? Ты знаешь Фрэнка Бауэрса, наркота? И все? Спроси Нейтана. Думаю, он его знает. Хорошо, так и сделаю. Спасибо, бла-бла-бла. Джульет? Где там, откуда? Я уже забыл, кто такая Джульет. Привет, ты занята? Даже на это не хватает времени. Ты мне никогда не пишешь, что произошло. Кроме очевидного, просто хотел спросить, слышал ли ты что-нибудь о человеке по имени Фрэнк, который живет недалеко от города в фургоне. У реки слышала, что он подозрительно сидит на мете, больше ничего. А что, мутишь, какое-то расследование без меня? Нет, просто скучно, до встречи. Ладно, от первоклассного репортера Джулит Уотсон ничего не скроешь. Эй, вот и скрылась. Мать пишет. Ой, что за жесть. Скоро так. Позвони нам. Я была рада услышать твой голос и рада, что ты была честна со мной. Но мы все еще беспокоимся. Запомни то, о чем мы с тобой говорили. Ты поддержал свою подругу, когда все остальные от нее отвернулись.
А, это я читал, Максим. Что за чертовщина творится у вас с погодой? Там проводятся какие-то военные испытания, ты прямо в эпицентре шторма. Да, даже Лиза погибла. О, мне жаль, милая, купи новый цветок. Я думаю, что за Лиза, этот цветок. Фух, одного хватило. Возвращаясь к учебникам, созвонимся, Максимум, обнимашек. Как же это кринжово звучит. Ричард Марш? Кто такой Ричард Марш? Макс Кофлд, хочу поблагодарить вас за то, что вы пытались помочь моей дочери. Это снова Ричард Марш. Я хочу сообщить, что на следующей неделе состоится похороны Кейт. Мне хотелось бы, чтобы ты там присутствовала. Я знаю, что ты через многое прошла, и мы поймем, если ты не сможешь приехать. Кейт была нашим ангелом. Ваша с ней дружба – благословение для всех нас. Детали напишу чуть позже. Спасибо тебе, что была для нас лучиком света во тьме. Спасибо, мистер Марш. Конечно, я приду. Я знаю, что от моих слов вам не станет легче, но мне хочется, чтобы вы знали. Я постоянно думаю и буду думать о Кейт. Ладно, все, харе телефона уже. И так все это не настолько экшоново, чтобы вообще в телефоне сидеть. Наверное, зря я это сделал. Окей. Я что делал-то? Что я хотел? Я уже забыл, зачем я сюда пришел. Мне в гараж надо было ведь, да? Так, дверь в гараж здесь. Внимание, я звоню 911. Это к чему-то надо? Похоже, Дэвид починил машину. Может, я найду новые зацепки? Maybe there's some new clues around. Но... Починил тачку и уехал. Чего раньше-то она сломанная стояла? Коробка. Oh, как грустно. Было просто невероятно снова увидеть Вильяма. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Да уж, очень необычно. Что Дэвид, черт возьми, сделал для Нейтана, а его отец для Дэвида? And what did his dad do for David? Мистер Мэтсон, я благодарю за помощь с Нейтаном. Я это очень ценю с наилучшими пожеланиями. Шон Прескотт. Что он сделал-то, интересно, действительно? Он что, реально про него инфу какую-то скрывал? Или он специально это сделал? Дэвид Мэтсон лучше, чем кажется. Ему стоит закончить письмо для Джойс. Ого. А что он здесь-то оставил? Джойс, ты же знаешь, у меня не очень получается выражать свои мысли или объяснять некоторые поступки. Я лишь знаю, что никто меня не понимает так, как ты. Я бы никогда не причинил вред ни тебе, ни Хлое. Моей целью всегда была лишь забота о своей семье. Да, я переборщил с установкой камер наблюдения и со всеми этими подозрениями, о чем сейчас очень жалею и чего стыжусь. Но в Аркадии Бэй творятся мрачные вещи, о которых я тебе никогда не рассказывал. Ты моя жена и партнер по жизни, и у нас не должно быть друг от друга секретов. Я собирался тебе все рассказать, но мне не хватило доказательств. Вместо этого учащаяся совершила самоубийство во время моей смены. Ты выгнала меня из моего любимого дома, а моя падчерица ненавидит меня. Пожалуйста, дай мне что-то там. Но не дописал. Окей, бывает. I promise I'll help Miss Grant next time. Обещаю, раз помогу Мисс Грант, если это... If there is one. Этот раз будет. Так, это я читал что-то, ладно, мне не очень интересно. Surveillance камера наблюдения в Пан Истерс. Должно быть, Дэвид еще и на Прескотт работает. Ну, походу, да, раз ему благодарности пишут. Может, за установку камеры просто... А, нет, там именно про Нейтана написано. Так что эта инфа неизвестна. Ну, тут замок висит. Нам сюда, скорее всего, ведь нет. Wow, that is a хороший ты замок padlock на этом шкафчике. Ну-ка, Дэвид, что ты прячешь? Hey, David, what you hiding? Ну, открой. Попробуй. Где ключ взять? Где его найду теперь, а? Shit. For once, I don't на этот раз у меня нет времени на поиски кода. Нужно придумать, как взломать этот замок. I need to find a way to break this padlock. Ну и как его взломать? Ну, нужна монтировка, наверное. Где ее взять? Непонятно. Так, ну... Карта, чё? Здесь ничего. Во, монтировка. Окей. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Как удобно-то, а? Прям тут лежало. Ой, там была какая-то третья кнопка, я даже не посмотрел. А, ключ. Монтировка. Sorry, David, but... Прости, Дэвид, но готов поспорить, ты бы поступил так же. Кто знает. Ну и чё? Коробка из-под обуви, и чё это ещё? Вроде ничего интересного. Опа. Ну это старые фотки. Долгота. Twin Peaks. Это он отслеживал, где её тачка находилась? Охереть. Блин, он за такими вещами следил, даже за этими.
Он чуть не убил их там. Как бы. Twilight Citizen. Житель сумерек. Офигеть. Ну, он много чего успел нафотать. Это ж пипец выносить приходилось. Back to Chloe now. Теперь обратно к Хлое. А зачем? А зачем мы это взяли? Чего мы хотим добиться? Чего мы вообще делаем? Я как целый эпизод в другом времени был. И как бы я уже ничего не помню. Это нормально. I have to get back to my dorm. Are we happy? Мы довольны? Very happy. Весьма довольны. У нас джекпот, Кейт, Нейтан и Рэйчел. И координаты нескольких мест по всему прочему. Дэвид как человек разведывательное ядро. А теперь давай убираться отсюда, пока нас не спалили. Что-то не успел прочитать. А теперь пошли выясним, что Нейтан прячется в своей комнате. Придется действовать супер осторожно. Макс, теперь очередь Нейтана Прескотта бояться нас. Классно, дерем задницу Нейтану. Это прикольно. Хочу посмотреть. Блин, все видосы свой звук переводят на колонки. Это супер странная тема. Какой-то баг с кодеками, но как бы игре-то уже столько лет, и ее до сих пор не пропатчили. Супер странно. С подвору это не ходит. Атмосферненько. Рэйчел, когда вернешься? Так, где мы его искали? Hey, Max. Привет, Макс. Как поживаешь? Hi, Mr. Oh, здравствуйте, мистер Джефферсон. У меня okay. все хорошо. And this is my а это моя подруга Хлоя. Здорово. Хлоя. Хлоя, почему ты такие крутые люди, как ты, не учишься в Blackwell? I was way too cool for this school. Я была слишком крута для этой школы. Это долгая история. В файлах, наверное, осталось. I can imagine. Представляю. Макс, ты точно в порядке? It's просто немного странно, когда тебя отстраняют от занятий, а ты спокойно гуляешь по кампусу. Ну, ты же теперь взрослая. Это ведь не тюрьма, да? Пока не знаю, как на цели оранжевого костюма. Уцепили. Ладно, дела Блэквелла. Не забудь, сегодня на вечеринке я объявлю победителя Героя Дня, так что надеюсь, ты придешь. Even though I'm sorry you didn't enter a photo, I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. Зрелище, старый хипстер пытается сидеть с детьми. Во мне еще осталось капля гордости. Yes, это уж точно. В смысле, ты к нему подкатывай. Сексуальный учитель. You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks you're cool. Что Марк Джефферсон считает меня крутой, я тебя не знаю. Fine. Ладно, since раз I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. На происходящем столе этого не видела. Now that is a great хорошая идея. Че ж на нем так клеится-то сильно? Они же сосались уже. У нас с ней должна быть любовная линия. Let's see if I can find out where Nathan is. Не знаю, где сейчас Нейтан. Ну, спроси у кого-нибудь. Привет, пацан. А можно, чтобы мне в голову прилетел мячик? Ну-ка. Видимо, нет. Привет. Justin. It's been so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Way too much shit going on, man. I can tell that Justin is really into Chloe. Insane. So I hear. Any word at all on Rachel? Dude, I wish. I'm working on it. Мне Нейтана где найти? I had to clear away another batch of dead birds today. Hi, Miss Grant. Здравствуйте, мистер Грант. Max, you always show up when I'm talking about тогда, you. Когда я тебе говорю. And I swear, и нет, it's не not потому, about that petition you didn't петицию. Sign. Нейтан. I was looking for я Nathan Prescott, Prescott и подумал, что он, может быть, был у вас. I'm surprised, Max. Я удивлена, I didn't Макс. Think you and никогда exactly бы не подумала, friends. Что вы с ней, с Нейтаном друзья. No да way. Ни за что. Мне просто нужно задать ему вопрос. Ask him a question.
Я видел, как он выходил из кампуса, причем он был злее, чем обычно. Но по правде говоря, с ним что-то происходит в последнее время. Наверное, тебе виднее. Слишком много. По тебе видно. Кажется, у тебя к нему не только вопросы. Может, сейчас для этого не самое подходящее время. Понимаешь, Макс? Нет, не понимаю. Пока. I'm sorry, Miss Grant. Не жаль, мисс Грант. Мне нужно идти, еще увидимся. I'll see you later. It's always good talking to you. Всегда приятно пообщаться, Макс. Good. Nathan is not around. Здесь нет, нужно вернуться к Хлое. I should go back to Chloe. Хлоя еще с ним? Да. Не понял. Стоп, куда я телепортировался? Coast is clear. Горизонт чист. It would be so cool if you knew we were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Полностью в твоем распоряжении. Ты задолбал, теперь включаем режим Blackwell Ninja Mode. So lame. They don't have co-ed dorms here. Что у нас? Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Не совместное общежитие. Wait here. Стой тут. Предупреди меня, если сюда вдруг появится Нейтан или кто-то другой. Я не подведу тебя, Бэт Макс. Now I just have to find Nathan. Сперва должна найти комнату Нейтана. Так, мужское общежитие. Офигенно. Да, оно по дефолту более уродливое, чем женское почему-то. Более загаженное. Сядь. Да, офигенно. Нет, на халяву. Мозговой центр. Блэк вонь. Классно перевели. Чего еще? А с чего взяли? А, ну мы как бы ищем его. Прескотт и рулит этим городом. Наверное, здесь? This can only be Nathan. Комната точно принадлежит Нейтану. Ну, типа, логично. Охереть, выбивать будет? Так можно? Или она потом телепортироваться станет? Разве так двери выбиваются? По-моему, это делается немного по-другому. Офигеть. У него довольно круто. У него очень круто. Ну какого хрена проектор работает, когда его тут нет? Now I need to find мне нужно найти phone, телефон Нейтана или еще что-нибудь уличающее. О, нет. Макс, теперь, когда Дэвид ушел, мне нужно, чтобы Хлоя научилась избегать конфликтов и скандалов. Правда, с этим могут возникнуть проблемы, если вы продолжите нарушать закон, как когда вы вломились в Блэквелл. Не пытайся отнекиваться. Я знаю, что произошло. Я надеялась, что ты подашь ей хороший пример, но похоже, что опять в тупике. Похоже, она опять в тупике. Дэвид хочет помочь ей, но она ему не позволяет. Ты могла бы оказать на нее хорошее влияние, если, конечно, вы обе не решите играть по-плохому. Но больше у нее не получится винить во всем Дэвида. Прости, Джойс, даже я иногда творю глупости, но я стараюсь положительно влиять на Хлою. Знаю, Макс, все забываю, что вы еще не совсем взрослые. Да? Бывает. Yes, да, было бы классно, cool почему у меня такой дорогой проектор. Я бы тоже был бы не против. Наверное, было бы круто на всю стену игры-то стримить. Привет, нам нужно поговорить. Или я расскажу всем, чем ты занимаешься. Тогда ты за все поплатишься. Это кто пишет? О, мой Бог! Хлоя! Хлоя! Стоп! Это она ему вот это послала, и тогда, как бы, в туалете они встретились. За это убить он ее хотел? Ни хрена себе. Жесть. Я очень надеюсь, что эти модели давали согласие на съемку. Точно больной ублюдок. Whale songs? Пение китов. Возможно, это единственная успокаивающая вещь, которую Нейтан слышит. Она успокаивает? По-моему, раздражает. That must be the должно lamp, быть, Chloe это та lamp, которую разбил Хлоя, когда Нейтан напал. А, накачал ее наркотиком. That looks like видимо, a это totally довольно забавное fun шоу. Show. Даже у Нейтана есть положительные качества. Even Nathan has a light side. Чего за шоу?
Я не впервые... Новая романтика. Вообще непонятно. Отсылка. Что это такое? Damn, Nathan. Черт, Нейтан, это чудный снимок. That's a nice вот shot. Вся твоя энергия уходила в фотографии. If only all your energy went into photo... Damn, it's so damn creepy, жесть. But... The guy да has his own style. Жутко, свой стиль. That monochrome camera is brand камера новая, некуда, стоит около 6 косарей. Сволочь. Монохромная черно-белая камера 6 косарей, а почему так дорого в этом? Такое есть? Я думал, у Виктории самая мажорная камера, но Prescott как всегда рулит. Once again, the Prescott's rule. Это все понятно, но едите. Монохромная, то есть черно-белая, правильно я понимаю? Ты же пипец. Такое продаю. Зачем это кому-то нужно? А чем-то лучше цифровой, который в режиме черно-белого снимает? Nathan is way into this погружен в эту вечеринку. Плохой знак. Bad sign. Что в нем плохого? Привет, красотка, перед вечеринкой скажи мне, что ты наденешь, чтобы я надел что-то такое же стильное и дорогое. Я так возбужден из-за предстоящей вечеринки, что заранее добыл наркоту. Я даже попросил отца держать мусоров подальше от Блэквелла, так что мы можем без последствий нажраться, если у нас будет конец света. Так давай правильно его отметим. Я ведь прав. Блюдок, я вспомнил, почему ненавижу тебя. И за что Кейт нужно возмездие. Я тоже немного забыл, и хорошо, что я напомнил себе. Клуб Циклон, Октябрь, Пати Харт. Кейт одичала. А что за сайт? Юрол? Что-то выглядит слишком официально. Тут скорее Порнхаб какой-нибудь должен быть. Хотя это несовершенная девочка. Несовершеннолетняя. Я вот не очень понял, какого хрена, ну, типа, он выложил это в интернет и, ну, это не заблокировали, там же, ей же нет вроде бы 18, или есть, или ей как раз 18. Да, Макс 18, ей, значит, тоже есть 18, понятно. Ну, как бы без согласия, это нельзя ведь это все делать. О, oh, man. Настоящая проблема Нейтана, это его отец. Нейт, я понимаю, что эта неделя была напряженной. Мы всегда рядом, если вдруг тебе нужно поговорить. Можешь в любое время назначить встречу. Твоя мама хочет снова позвать доктора Билла после того, как он закончит свое турне в поддержку книги. Но лично я советую тебе просто принимать лекарства. Он больной, видимо, совсем. Мне нужно, чтобы ты был тише воды, ниже травы, пока мы возводим Pan Estates. Знаю, быть Прескоттом — тяжкое бремя. Я буду наставлять тебя шаг за шагом, как это делал мой отец. Мне было тяжело, когда отец открыл мне глаза на нашу судьбу, но когда-нибудь ты поблагодаришь меня. За Блэквелл не переживай. Этой дыре мы пропишем клизму и заодно заклеймим вечным позором. Мне нужно, чтобы ты был готов подмять его под себя, когда настанет нужный момент. Не налажай, сынок, твой отец. Да, я батя у него, конечно. Too bad Nathan isn't more like his sister. Еще такой же. She sounds awesome. Жалко, что... Да это не похоже на сестру, она такая крутая, далеко отсюда. Кристин. Туду Бэм из Бразилии, братишка. Я давненько ничего о тебя не слышала, так что черкни мне пару строк о своей учебе в Блэквилле. Я уже всем своим коллегам в корпусе мира похвастала, что мой талантливый братик Нейтан получил полную стипендию в одной из лучших школ искусств мира. У меня не часто выходит проверять свою почту или телефон, но пожалуйста, 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 пришли мне пару фоток кампуса, чтобы я могла представить, каково тебе там живется. Скучаю по тебе и твоим снимкам. И да, мама рассказала мне, что ты попал в неприятности, а отец вовсю тебя отчитывает. Тебе нужно научиться либо игнорировать его, либо отстаивать свою точку зрения. Ты знаешь, как я люблю отца, Нейт, но именно из-за него я вынуждена торчать в джунглях на краю мира. Он словно хулиган, унаследовавший власть, но не мудрость, и единственный способ бороться с ним — давать сдачи, не позволяя ему превратить и тебя в такого человека, лишь из-за какого-то наследия. Все, я закончила читать тебе нотации. Просто хотела, чтобы ты почувствовал себя как дома. Возвращаюсь в джунгли мысленно с тобой и черкни мне пару строк в ответ, а то пришлю тебе ягуара. Целую, я обнимаю. Yes, Nathan sure needs diet pills. Да, мне это нужны таблетки для This похудения. This is strong stuff. Таблетки для похудения? Вставляю? Не знал. I'd cry too, if я бы I тоже had плакал, если бы у меня был такой отец, мне пришлось носить этот наряд. В смысле такой отец? Это на каком основании она его сейчас обосрала? Но сыночек, видимо, всегда был несчастен с таким батей. Вряд ли же таблетки помогают Нейтану. Вряд ли он их пьет просто. Пистолет. Holy shit. Твою мать, это тот пистолет, в котором я угрожал Хлое. Подарок от... A gift from... Кого? Бати? Инструкция. Прикольно. Руководство к пистолету. Не, я не видел такого раньше. Не знал, что к нему руководство. Нейтан нравится тема страдания.
Самое криповое будет, если это его фотки. DVD. These films всех этих фильмов have a dark темный pattern. Посыл. Их слишком много. Охереть коллекцию, так-то вообще офигенно. Откуда у него время смотреть столько фильмов? Он тусуется, да... Nathan took this from Kate's altar. Nathan взял это с алтаря Кейт. Но зачем? Why? Что с этим чуваком не What так? What is with this dude? Охереть, реально? Взял с алтаря и крест принес он? Это супер странно. Что там за журнал? Nathan Prescott. Nathan Prescott, типичный американский подросток. All American teen. А, хотел читать. Как странички-то листать? Эх, ну ладно. Обложка довольно прикольная. Ужас. What the hell are all those marks on the floor? Балдеть. Кого он здесь нес? Ну, этот диван двинуть вообще. Let's find out what you're hiding. Знаненько, что ты прячешь. Пипец. Oh yes, little phone. Да, you're мобильничек, теперь ты мой. Нафиг так мобильник прятать? Так-то жесть. Now I have Nathan's думал, phone, от so I can show it to Chloe. Как сходит телефон Нейтана, пока он не вернулся? Well, before Nathan comes back. Это его второй телефон, видимо. Ну, кто бы основной телефон за диван прятал. Какой-то смысл. Ну ладно, все. А Ворона здесь не найти? О, это Ворон. Внимание, здесь живет. Ого, нихера себе. Ужасно, его тут над ним издеваются. Ужас. Как бы не хотел, чтобы какая-нибудь... Как-то, то есть, неудобно, что Макс его увидел. Был бы я Ворон, это был бы вес. Черт, Макс, наконец-то вернулась, я же волновалась. Где его телефон? Его комната жуткая, но ухоженная. Check this out. Зацени. Как бы откройте его, включите. Мы взяли тебя с поличным. Опа. Ну, перемотай время. Что вы забыли в моей общаге? В твоей общаге? Ты охерел? Может, мы... You're such a nosy bitch, Max. Ворон. Stop right there, Nathan. Приближайся ко мне. А ты останови меня. Наконец-то. Опять Ворон. Макс, I got я разберусь. This. Опять. Get the fuck out of my face. Ну-ка, отвали кол нахера. Ему уже нечего терять. Тебе конец. Отвали от меня. Обалдеть, Ворон, ну ты пипец. Ну надо как бы остановить его, а то ну и забьется все. Ворон, прекрати, хватит. Моя голова, что вы на меня так смотрите, а? Why you looking at me like that, huh? Конец. You and you, you're all dead. Let's go now. Пошли отсюда, охереть, молодец. My dad is on his way. К тому, что это мой отец, вам всем конец, он вас нагнет. А почему здесь оставил? Even if Nathan definitely Хотя Nathan заслужит хорошую being. Сбучку, мы должны быть выше этого. We should try to be better than that. Нельзя. А я хочу, не, я хочу посмотреть. Я так не делаю обычно, но здесь так клево, что хочется, блин, что бы с ним могли сделать. Ну, конечно, жестко сделал, это мне прям, блин, понравилось. Damn. Первый раз получилось, вот теперь можно творить, что хочешь. Не вмешиваться, ну-ка посмотрим. Я против, конечно, всего, но посмотреть просто хочется. Like Max? Нравится причинять людям боль, like Макс, как Макс, Кейт или мне? Ощути на себе, говню. Хлое нравится. Ворон совсем с ума сошел, придурок, успокойся. Please stop. He's down. Hey, come on. Stop. Sorry. Yes, we have to go. Who's the bitch now? Chloe. Охереть. Damn, Warren. Черт, да Warren настоящий альфа-самец. Это было круто. And it was good. Но страшно. But scary. It was good. Это супер странно. Shit, чувака. It really hurts. Чувака чуть не убили, мне стрёмно, пипец. Какой нахер it was good? По-моему, это полный пипец. Привет, Шубка. Ты чё так поздно приходишь?
Чего раньше не заходил? Так давно стримили уже, столько сюжетов было. Ну, было довольно скучно, на самом деле. Давай включайся в чат, чтобы повеселее было. Это я просто охерел, что за пипец? Ну ты вовремя, конечно. Не лицо разве? Можно поговорить с ним, нет? Я, мне не нравится этот вариант, но он, конечно, тупой ублюдок, но етить. Это слишком жестко. It was good, Макс тоже больная. Блин, девки что ли, все больные или что? Это как бы незаметно, что он его чуть не убил. Он аж всплакнул. Блин, Нейтан такой бедный теперь. Его хочется пожалеть. Хотя он так издевался над Кейт. Ладно, я буду это помнить. Первый раз я проходил, я его не стал трогать. Ладно, пусть для разнообразия будет этот вариант. Но только потому, что в прошлый раз я выбирал нормальный. Ну, это знаете, как проходить игры и выбирать все плохие концовки. Ну, то есть, для второго раза. В первый раз, типа, все нормально, а второй раз чисто для разнообразия. Пускай это будет для разнообразия, но это просто жесть. Если что, я против этого решения. Хотя, если я против, может быть, мне переиграть. Shit, man. This really hurts. Черт, чувак, это реально больно. Это было жестко, блин. Он даже извини сказал. Сколько просыпаюсь, понятно. Пипец. Ну и чё мне делать? Мне жалко его слишком. Но он с пистолетом ушел и выпендривался. Как он на вечеринку теперь пойдет? Ладно, ладно, это многое изменит. Хочу посмотреть. Я против этого, если чё, все это поняли. Я бы так не сделал, если бы проходил в первый раз. Первый раз все серьезно намного. Не серьезнее, чем вот так вот. Я бы ничего не перемахнул уже. Уоррен... Спасибо тебе большое. Thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Навалял Нейтану Прескотт. Dude, you rule. Чувак, ты крутой. I don't know. Ну, не знаю, я буду сказать, кто-то слетел. I kind of went crazy there. Как Нейтан. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. Приятно слышать. So where are you going? Куда вы направляетесь? I better stick with you guys. Пойти с вами. Just in case you need me to get my Hulk on again. Вдруг снова Халк понадобится или мне... Or should I call the cops on Nathan? No police. Давай без полиции. Not yet. Еще рано, Так so что ты там это, Эмма... Чё? Уоррен, мы с Макс должны разобраться с этим сами, без обид. It's cool. Понял. Whatever I can do to help. Он, конечно, говорит стал по-другому, как злодей. Старайся хоть что-то узнать об отце Нейтана. I'm on it. Займусь. Between the snow and eclipse, снегопадами, затмениями, останется только сделать вывод, что апокалипсис уже не за горами. Thank you. Спасибо, правда. Seriously. Я тебе перезвоню. You better. Уж давай. I'm feeling pretty alpha. Я себя же почём чувствую. You are. Ну да, так и есть. Да ты, вы идиоты. Какие нахер инфачи? Человека чуть не убил. Man, that guy is so fucking in love with you. Он позже тебя втрескался. I know. Знаю. He really did give a serious beat down to Nathan. Но это он не слабо накостылял. It was a little scary to watch him do that. За этим. Now let's make a date with Frank. Притывай, навестим Фрэнка. Will he even answer you? Он тебе хоть ответил? Чё за Брюс Виллис там на заднем Frank плане? Frank always answers when he это wants Фрэнк money. Это Фрэнк деньги, он всегда отвечает. Like I said, как я и говорил, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Что, не будем заставлять его ждать? Блин, не знаю. Мне просто интересно, что теперь в клубе будет. Вот теперь избитым будет и все такое. Ну, он сам виноват, конечно, но он охерел. И зато у него пистолета теперь не будет. Ну, то, что типа альфачи, это круто, это точно идиотизм какой-то. И все, Уоррен теперь другой человек. Он никогда не будет прежним. Теперь он слишком крутой. Там Фрэнк делает. Господи, так I больно смотреть на этих бедных китов. Like они вообще живы еще. Да, вообще все думаю о том, как их ищут семьи в океан. А почему нет Гринписа, который их спасет? Well, что ж, ты поможет нам найти Рэйчел? А если нет, ты его застрелишь? Chloe, да, не рассчитывай на мою силу, серьезно. Я на тебя не рассчитываю, поэтому и взяла свой ствол. Почему, может, когда-нибудь я даже спасу тебя? About time. Неплохо бы тебя разнообразить. Так хочется тебя ударить. No way we could вот уж не думал, что мы будем заниматься to таким, когда up. Вырастем. Да, уж полная жесть. I'm looking forward просто жду дня, когда мы спокойно сможем поехать в Портленд. Fuck yeah. Ну а то, you, me, ты, я и Рэйчел. And Rachel. Absolutely. Именно, так что будем вести себя so спокойно, let's play this cool, okay? Just talk просто to Frank, поговорить с Фрэнком so насчет the списка его клиентов, и все. That's all. Got it. No dicking around. Не указывайте, поняла. Погнали. Да уж, жесткач.
Чё так замедлилось? Говорю, почему китов никто не спасает? Их обычно даже само население что-то придумывает, сетки там натягивают и пытаются вытащить их. Какого хрена они лежат? А, ну их как бы обернули этой херотой. Они точно живы еще. Выглядят как полные трупы. В субботу паны может уже не существовать. Благодаря местной промышленности берега Аркадии Бэй кишат мертвыми рыбами, птицами и даже китами. Пришло время остановить Pan Estates, которая не только изнуряет рабочих, подрывает жизнь людей, еще и истощает природные ресурсы. Ждем вас на мирном протесте в штаб-квартире Pan Estates. Приветствуются репортеры и обычные семьи. Начало 12 октября. Что такое Pan Estates? Шубка, напомни, пожалуйста, что такое Pan Estates. Пешая тропа до маяка 15 минут. Блин, китов жалко. Хера себе, что за баговство? Первый раз баг увидел какой-то вообще. А, это не баг, это... Кнопку взглянуть. How can all of this not как все это может быть не связано с надвигающейся бурей? Это связано напрямую. No worries, не беспокойся, указатель. Что толку-то их обернули, я не понимаю. Блин, они походу мертвые. Блин, что-то мне из диалога просто показало, что как бы они взрывается сознание, что совсем недавно я была здесь Хлоя в другой реальности. Да, это полная жесть. В окно посмотреть, можно заглянуть что-нибудь. Ничего не видно из этих долбанных глаз. Ладно. Здесь Фрэнк думает о тщетности бытия и напивает. And gets drunk. Да. Take the trash out sometime, dude. Мусор, чувак. Ты на него вынес, как бы, это уже, походу, мусорка. Погнали. Сейчас будет жесть, мне кажется. Oh, look. Ну, вот только гляньте, чудо-близнецы. You should have come alone. Следовало прийти одной. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? Где мы чертовы деньги? Я пока не достал их. Yet. Oh, really? Вот что. Then why did you text me that you didn't? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really? Зачем вы на самом деле притащились? We just want to ask you some questions. Хотим задать тебе пару вопросов. You have some serious lady balls. Нет. Jesus, okay. Господи, ну ладно. But I'm not getting you high. Ну траву я вам продавать не буду. Frank, we're not here to get high. Фрэнк, мы сюда не для того, чтобы покупать. You don't look like нет, ты не такая в отличие от Хлои. Like Итак, Chloe, мальчишки Харди, что вы хотите so what do you Hardy boys want? Just the names имена некоторых твоих клиентов. Ой, все, что ж вы сразу не сказали? А может мне вам ключи от своего фургона отдать? Вот пошла такая пьянка. Иначе нарвешься, вообще ты уже это отдавал. Что это значит? Прости, попробуй. Listen, Frank. Фрэнк, прости, что доставляем тебе неудобства, но это важно. This is important. Yeah, everything's important these days. Все важно, но вам меня не обмануть. Зачем тебя обманывать? Фрэнк, у нас нет на это времени, нам просто нужно немного информации. Yeah, well, it always starts with just a little bit. Chloe here knows all about that. Не понаслышке, верно? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right. Okay. Да, ладно. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. Ругаться, все это гораздо важнее нас. Oh yeah, you didn't come here to fight. Сегодня ты пришла с миром, а позавчера наставлял на меня чертов ствол. Прости меня за это, пожалуйста. Пожалуй, просто ступка в глупе я не совершал. А на этой неделе я совершал много глупостей. Конечно, я тебе верю, но никогда не целиться в человека, если не намереваешься его убить. Это ты даже муху не обидишь. Надеюсь, мне больше не придется этого делать. Да я бы никогда не нажал на спуск. I was just просто dude, she was чувак, scared, она была right? напугана, ясно, ты угрожал мне ножом, мы испугались. Cool. Может, забудем про Please? Это, пожалуйста. Okay. Между нами cool все улажено, но он за своего пса я не ручаюсь. Если вы что-то вкиньте, он вам голову подкусывает к херам. Он так уже делал. Мы просто хотим поговорить, я бы не стал трогать твоего пса. Shit, you wouldn't have time. Я вам бы тебе и не позволил. You like dogs?
Слышала, что ты спасал собак. Я давал твоей собаке кость. Помпиду милый. Ухой. Имя интересно указывать? Нет, это будет странно. А где ты узнал его имя или что-нибудь такое? Мы с Хлоей дали твоему песику кость, когда мы как-то выпустили его на улицу. Мы ломились в мой фургон и выпустили моего пса. Какого черта? Погоди, ты не это имела в виду. Так и выходи себя, мы здесь только для того, чтобы разыскать Рэйчел. Рэйчел здесь нет, драные девчонки. Какого черта вы задумали? Хотят нет у меня мой бизнес, но на того напали, мэр. Кость, Фрэнк, давай просто поговорим. Не смей мне указывать, девчонку уяснил. Отвали от нее живо. Опять стрелять? Ты дура? Она охерела? Она выстрелила в собаку, а потом в него? Она охерела? О, нет! Клоуи! Пес, какая мразь. Как на нее смотреть теперь вообще? I just shot a man and his dog. Блин. I killed Frank Bowers. Какого хера? You saved my life, Chloe. Послал мне жених, Хлоя, это была самозащита. It was ты не была самозащита, это был идиотизм. Макс? Макс, Фрэнк реально мертв. Фрэнк is really dead. Да охереть. В нем реально дыра от пули, я знаю, теперь до задорога нет. Мы должны найти этот список. Fast, before the cops come. Вы что, мне перемотать не дадите? Какого хера это все так затянулось? Вы серьезно? В смысле Let's уходим? Мы не уходим. Sorry, мы не уходим, мы перематываем. Jesus. Господи, Хлоя, правда? Хлоя actually killed Frank. Себе этого не забыла. She'll идиот, never forget herself. Конечно, перематываем. Or forget this. Затянули касцену, как будто сейчас не дадут еще и выбрать, отмотать время. Пипец, ну и мразота, совсем чеканула, куры что ли? Я в ахере просто. Лучше бы я выбрал Помпиду милый. Свежий кору, значит, Помпиду. Все хорошо, хороший песик. Да, что бы с ним сналом? Хлоя же еще не было пистолета, правильно? Охереть. Вы представьте себе в жизни такое увидеть. Типа, живете вы с кем-то там всю жизнь, видите его, дружите, встречаетесь. Это родители. И как бы вы видите альтернативную реальность, где человек убивает чью-то собаку и человека, хозяина. Вот смотри, вот как мне теперь рядом с ней ходить? Это просто бояться ее надо. Она убьет кого-нибудь на улице и даже, ну, не чихнет потом. Не пернет, просто пойдет, блин, за эту тачку и все. Типа, ей окей. Типа, о, я убила. Окей, пока. Пфф. Меня это не устраивает, Хлоя. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Сказать, что разговор с ним плохо закончился. Max, I should have known you'd be kind and rewind. Знал, жар, so надо мной, tell me exactly what I need to do here. Скажи, что нужно сделать. Избавься от пистолета, ты идиотка. You won't like this, but you need to get rid of that gun. No, Max, I don't like that at all. Нет, нет, не нравится, но я тебе But I trust you. And girl, if I need that gun, you better rewind fast. Пистолет, будь добра, достань его быстро. Можно было мне отдать? Пипец. Ну, сейчас хотя бы никто ни в кого стрелять не будет. I don't have... Так, ладно, это можно все перемотать. Блин, слишком далеко перемотал. Этого диалога не было. Или был, но он по-другому закончился. Мы обойдемся без ругани. Спасибо, что выслушал нас, Фрэнк. Мы просто хотим поговорить, причем даже не о тебе. Мы здесь не для We're того, чтобы ругаться. Нет, иначе бы быстро положил этому конец. Не выпендривайтесь, все будет в порядке. So чего вам нужно? Имена некоторых твоих клиентов. Ой, все, что же вы сразу не сказали? А может мне вам ключи от своего фургона отдать? Да пошла-то копенка, это было уже. Вообще-то ты уже отдал, помоги нам, иначе нарвешься. Так, прости, подходи сюда точно.
Yeah, everything's important these days. Так. There's no time for that. Нет времени, нам просто нужно немного информации. I just need a little bit of information. Yeah, well. Come on, Frank. This isn't about me now. Yeah, right. Okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Прошлый раз. Frank, we didn't come here to fight. Oh yeah, you didn't come here to. Да. Finally, I. Так, там про Помпиду должно быть. Dude. We're cool. Так, давайте делать. Реально, это все было. Так, Помпиду милую хочу. Помпиду такой милый. Могу сделать его ключку, только забрасывать мой фургон. Как? Ты выпустил его с ума сошел? Это мой пес. Погоди, я не это имел в виду. Seriously, Frank, don't get all spun out. Так, окей. Значит, что, я не могу узнать его имя? And I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Хотя бы пистолета нет. А у него есть. Get off of me, ну, motherfucker! Не смей целиться в нас, ты больной ублюдок. Блин. Ох, отстой. Ты слишком далеко. А я могу, ну, диалог перематывать? Как включить? Как посреди диалога включить? Он не перемотает, да, до сюда? Блин, отстой, весь диалог заново болтать. Довольно далеко. Listen, Chloe. Ну, пистолет-то в любом случае выбрасывать надо. Она же нацелится на него, толкнула. Но мы никого убивать не собираемся. Ни пса, ни его. Это был бы идиотизм. Так. Можно было бы сказать, конечно, закрой дверь. Блин, надо было, наверное, сказать. Yeah. Ну хотя что бы он ответил, типа, о, сейчас я закрою, типа, нахер бы мне это надо, чтобы я зайти не смог, типа того. Тоже, в принципе, идиотизм, мне кажется, не сработало бы. Dude, she was scared, all right? Окей. Помпиду милый. Не прокатило. Ненавижу собак-убийц. Я отдавал твои собаке кость, слышишь? Слышала, что ты спасал собак. Ну, тоже скажет, что... типа, откуда ты знала, ты забралась в мой фургон, типа, только там могла это прочитать. Или нет? Или это мент нам сказал? Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. Нет, просто это было правильно. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. Помпиду, кстати говоря, как раз оттуда. That's very cool, это очень круто, Фрэнк. Твоему псу повезло, что ты у него есть. Maybe we can focus может, on rescuing Rachel now? Рэйчел? Так вот зачем вы сюда пришли. Really мы так и сказали. Yes, да, so мы очень близки к тому, чтобы now, найти ее, Фрэнк. Нам пригодится любая now, помощь. Особенно от тебя. You and Chloe do даже not я know Rachel like I did, and I couldn't even help her. Я знал ее гораздо лучше, чем вы с Хлоей. Вы слишком уже этим увлеклись. Лучше бы пошли развлекаться в этот свой циклон. Да, конечно, расскажи нам. Что же ты скрываешь? Письмо Рэйчел, браслет, фото Рэйчел. Нельзя полить улики. Что ты скрываешь, Фрэнк? Я думал, ты захочешь помочь, а без этого нас прогоняешь. Сними меня в чем-то обвинять. Ты не знаешь. И не знаешь, на что ты способен. Ты понимаешь? Черт, с тобой что-то не так. Я тебе совсем не доверяю. Скрыться с глаз. Я не доверяю тебе вообще. Теперь выйди из моей лица. We don't have much time, мало времени, Фрэнк. Рэйчел в тебе нуждается. Рэйчел needs you. It's too late. She's поздно, gone. Больше нет. You don't even know her. Like you did? Как ты? I loved her, ее, asshole. Урод, она меня. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. Ты нихера не знаешь. Из-за тебя у нее были одни проблемы. Ты всегда пыталась забрать ее у меня. Всегда. Calm down, Frank. Успокойся, Фрэнк. Давай просто поговорим. Не смей мне указывать. Да это что ты опять начинаешь, а? Whoa. Да ты мудила, нормально же все было. Какой долгий диалог, и все это заново. Ну какого хера, мне сейчас кровь из носа пойдет, блин, столько перематывать. Ну что смеяться-то, а?
слишком большой диалог, чтобы закосячить из-за такой фигни. Неужели реально дверь закрыть сначала? Ну, в смысле, неужели он реально ее закроет? Может, здесь что-то надо сделать? Но пистолет не выбрасывает, тоже не вариант. Толку никакого. Она вроде ничего другого и не говорила такого, чтобы за языком следить. Фрэнк, Фрэнк, твоя собака меня пугает. Не могу ты закрыть дверь фургона? Could you please close the RV door? You aim your gun at me, ты наставил на меня ствол, но боишься моей собаки. Кто бы сомневался? Реально закрою? Это глупо. Вдруг мы бы его отмудохали, чтобы он убежать не смог. Okay, there, you're safe. Now what do you want? Что вам надо? Just the names. На некоторых твоих клиентов. А, и все, что вам нужно. Бла-бла-бла. Прости. Yeah. Давайте, я уже хочу пропустить этот диалог. Ну все, надоело немного. Давай. Сюжет. Сюжет прям на лицо мне. Быстрее. Полную порцию. Давай, петунишь свой кость, дала ты свою кость, слышал, что ты спасал собак. No. Как бы не пропустить сейчас только. Maybe we. Yes, we're so. You and Chloe. Что же ты скрываешь, сильно не помогло. Письмо Рэйчел. Мы только браслет видели. You have Rachel's bracelet. У тебя есть браслет Рэйчел. Очевидно, ты знаешь больше, чем говоришь. Скажи мне. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Ну зачем ты так делаешь? Не понимаю. Ох. Whoa. Ну зачем вот Chloe, ты это? Get off of me, motherfucker! Она же тебя достала, идиот. Gosh. Ну так тебе и надо. You actually shot me. I wasn't gonna hurt you. А зачем доставал? This fucking hurts. Oh, it hurts. Chloe. You shot him. I know. You're both fucking crazy. What do you want? We just want the code for your account book. Now. Define whatever. Just put the goddamn gun down. You already shot me, all right? Ты сам его достал. There. Now leave me alone, all right? Just get out of my life. Do you want us to call an ambulance or? No, thanks. You know what? I'll manage somehow. А как ты лечиться будешь? Oh, right. С карабинки пить. Let's bounce. Ходим. Ну, тут лучше варианта не сделать, мне кажется. Ну, в любом случае начал психовать. Теперь два пистолета. Обалдеть, у нас целый уже отряд. Shit. This could have gone way worse, but Frank might be more dangerous to Chloe now. Yes, Max. You can change all this if you want. Изменить, если захочешь. На что? You believe I got shot by Я пострелил пару школьниц. Это круто, но, блин, мне так лень это заново переигрывать. Ну, еще один вариант попробую, окей. Так уж и быть. На этом стрим, видимо, и закончится. Там чуть-чуть осталось. Пишите в чат кто-нибудь, что-нибудь. Как вам происходящее? Что за снова молчание? Listen. Так, выкидываем пистолет. Мы не хотим, чтобы кто-то стал убийцей, потому что головы нет. Так, закрыть двери. Frank. Хотя, можно же было нажать «Обойдемся без оружия». Блин. Блин, наверное, надо отмотать. There, you're just the names. Oh, he's... Я могу это сделать? Блин, тут нельзя отматывать. Хотя, если бы я бы, ну, сказал бы без оружия, давай, еще толку бы собака бы выбежала на нас.
Когда он психовал и чё? А, нет. Точно. А... она бы выбежала. Or else. Только когда он целился, и они начали драться. No, no, I'm not. Что этого бы не было? Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything from me. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Do not ever tell me what to do. Mm-hmm. E. Ай, не хочу даже смотреть. Это, кстати, один из быстрых вариантов, как бы. Ну, как закончить можно, дойдя до логического завершения. То есть мы получили список, мы его также пострелили, но мы меньше в это время же болтали. Хотя вариант-то плохой, по своей сути. Но заканчивается он быстрее. А, вывод-то такой же. Ну, я по глупости, конечно, так поступил. Тут, наверное, было очевидно, что... Behold. Frank's Beer Garden. Убирать оружие. Пивной сад Фрэнка, значит. Можно экскурсию там проводить. Listen, Chloe. Ну это лучше, чем он свои наркотики бы попробовал, правильно? You won't... Так, надо всех убрать no, оружие. Ma... Хотя бы все это довольно быстро перематывается. Frank, Фрэнк, после нашей последней встречи, чтобы мы обошлись без оружия. Could you не мог бы ты оставить свой нож в рюкзаке во время нашего разговора? Какой нож? After you pulled a fucking gun on me, you want to negotiate my safety? I didn't trust you before, and now I do less. God, I hate you, Blackwell shits. You act like you own this town, like I'm your puppet. Nobody owns me. You understand that? Calm down, let's just talk. Not ever tell me what. Жесть. Max. Rewind now. Не вариант, значит. Он не хочет убирать оружие. Ну и чё? И чё? А чё лучше-то сделать, я не понимаю. Блин, кто-нибудь в чате может подсказать, а? Listen, Chloe. Какой самый идеальный вариант? Ну, то есть Max, итог. Какой итог идеальный может быть? Стрелять Хлои 100% нельзя давать. Ну, он может дверь закрыть, это лучший вариант. You ain't... Пока что, который я нашел. Oh, is that all? Oh, well, what it... Yeah. Yeah. Right. Интересно посмотреть, что будет. Oh, yeah. I... Fine. Раз уж это все равно второе прохождение, я подумал, что я буду попроще как-то к этому относиться. We're only... Shh. Так, где там? Спасал собак? No. Yeah. You... Фото Рэйчел. Рэйчел said she gave you one of her favorite photos. Фото тебе. That proves how much she доказывает, cares. Что ты не безразлична, она and тебе. You care. That's why you have to help. How the hell did you know about that photo? That's фото. My favorite picture of her. I can look at it any time and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Это уже добрый знак. Мы с Костей кинули, пробравшись в твой фургон, и он убежал. Его могли сбить. Еще и пистолет дал. Второй. Thank you. Спасибо. Yeah, thanks, Frank. Спасибо, Фрэнк. Серьезно. Seriously. It's hard to take you characters seriously, серьезно, but I want to. Good дальше. Luck. Ну ладно, пускай такое будет вариант. Лучший расколол. Еще и пистолет. А, ну тогда я тоже было два пистолета, конечно.
Много же приходилось перематывать. Это в первый раз, когда так много пришлось пробовать. Блин, как красиво, а. Как тут... Как это получается? Я не понимаю, как этот объем рисуется? Плоские текстурки, все херово, но чувствуется масштаб какой-то огромный, прям пипец. Какой-то офигенный, кажется, голова кружится. Ладно, погнали. Не хочу перематывать больше, надоело мне. Показалось, PS Vita там нарисовано. Шубка, ты помнишь, эпизод скоро закончится, не? Хлои. Хлои, ты в порядке? Are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. Все прошло гладко. It's nice to have one less enemy, стало на одного врага меньше, Аркадий Бэй. Amen to that. Хорошо сказано. И спасибо за подсказку. I better focus on this board and start tying these clues together. Найти между ними связи. Привет, Макс, просто хотел узнать, как нам продвигаться в поиске. Спасибо, Фрэнк, мы близко к финишу. Понятно, почему ты нравишься Хлои. Заглядывайте, если захотите оторваться, и удачи. Это как-то слишком. Разве нет? И она ему как бы все еще деньги должна. Оторваться еще и с нами хочет. Сейчас бы со школьницами отрываться. Так, нам... Hey, Max, see if you can put together all those Можешь ли ты собрать все эти зацепки Рубика? Just holla if you need any info while I go online to make sure we have anything. Я пока вас серфю в интернете. А, что сделать надо? Соберите информацию о персонажах, сопоставляя зацепки для каждого персонажа, есть определенное количество зацепок. Что делать надо? Где управление? Thanks to David's own investigation, благодаря расследованию Дэвида, я могу выяснить, что делал Нейтан на этой неделе. Офигеть, это жестко, а как? А, головой вертеть надо. Вот тебе первое лицо. Ну, типа, вот это вот с вот целью, видимо. Разве нет? Ну, здесь тачку, видимо, с координатами связать. Oh, you're treading water, Otter. Ты можешь воду выдрать, попробуй снова. Чего? Looks like David was tracking somebody's car. Возможно, а, Maybe Дэвид слышал какую-то машину. Возможно, даже на это. На хорошую цепку. Там же Twin Peaks написано, разве нет? I hope in this case that David has good tracking skills. Ну, Twin Peaks был на этой тачке написан. Почему я не могу выбрать-то ничего? Мне типа что, посмотреть нужно или что? Сначала. Look at all these license plates. Тут, наверное, знак. Надеюсь, он следил. I hope he was tailing Nathan. За Нейтана? Twin Peaks на тачке Хлои был написан. You need to get rid of Стоит тебе убрать cameras, эти гребаные камеры, Дэвид. Может быть, с них даже можно было что-то сделать. Дэвид хотя бы наконец напал на верный след. Дэвид really has been on Rachel's ass for a while. За Рэйчел. Могу представить, какой печаль она была. Я был удивлен неожиданному визиту Рэйчел Эмбер. Она была расстроена и утверждала, что Дэвид Мэтсон ходил за ней повсюду и фотографирует. Дэвид отрицал это и продолжал утверждать, что она связалась с плохой компанией. Не уверен, что могу и сейчас верить. А чье это сообщение-то? Of course. Разумеется, I'm a suspect. Под подозрением. Херовый из Дэвида детектив. Простите. Sorry. Does David know David what's знает, going on with Rachel, or is Или he just paranoid about everybody? Рэйчел, Рэйчел не пошла в общежитие, следил за Рэйчел до маяка. Рэйчел не пошла в общежитие, следил. Так. Фрэнк и Рэйчел снова встретились. Ну, так, и чё? Ну, это всё, что есть. Hmm. Может, он пытался помочь Maybe Кейт просто своим странным способом? In his own messed up way. Всегда идет на занятия одним и тем же путем. Слышал, что Кейт и Дана говорили о припасах на вечеринку клуба «Циклон». Наркотики, наблюдал за Кейт и ее церковной группой. А, ну это я читал. Я это читал. Про то, что он думал, что она наркоманка. Ну и чё? Дэвид should have done way more than фотографировать Кейт, а хоть что-то сделать. Хм, подумать, например. Ну это явно с этим соединено, правильно? Или нет? Мне уже кажется, что нет. Я почему не могу координаты ни с чем соединить? А, вот, теперь, когда я посмотрел, я, видимо, могу. Looks like this isn't the right combination.
То есть, блин, я немного потерял, видимо, суть, как это работает. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Сначала туда надо. Они же отдельно, получается, идут. Так, мне пример какой-нибудь показали. Я как это должен соединять? Фрэнк и Рэйчел, и чё? Камера, листок. Выглядит как абсолютный рандом, кроме вот этих его двух. И то там, потому что одинаковая фотка только. Ну, разве не с номерами, типа, координаты соединять? Макс... Fail. Abort. Wrong clues. Так, листок с посещениями Фрэнка. И чё? А ещё раз это чё? А, ну, Рэйчел. Ну, вот так вот тогда получается. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Или я чё, когда делаю выбор, я могу посмотреть потом на чё-нибудь или чё? Два из трёх. Надо три соединить, получается, или чё? Сопоставить? У меня есть координаты, есть номерной знак. И есть что? Макс, there's no logical link between those clues. Так, я понял. Три фотки надо соединить. Ну, вот эти вот 100% соединяются. Отменить выбор. Ну, можно наугад, что ли? I must have missed something. And that's all she wrote. Что она написала? Надеюсь, здесь будут какие-то зацепки. Я не понял связи, но окей, пускай это будет так. Ого, она все собрала. Ну окей, дальше. Видимо, здесь эпизод закончится. Frank's account book. Бухгалтерская книжка Фрэнка. Бухгалтерская. Я уже заговариваюсь долго. Долго стрим. Не-не-не, отменить. Что там? Frank is for sure местный наркодилер, это точно dealer, Фрэнк, но я сомневаюсь, что Рэйчел помогала ему. Я не думаю, что Рэйчел Эмбер стала right? наркомулом, как выразился мистер Мэдсон. Мэдсон и Нейтан. И Нейтан? И работает на местного наркодилера. Учитывая образцовый статус Рэйчел, я сказал Дэвиду, что мне нужны более конкретные доказательства, и он пообещал мне их предоставить. Почему он с Нейтаном связался в это время? Maybe Rachel Может, took Рэйчел a road trip with Frank, с Фрэнком, но ведь они she did come back. Клёвая фотка. So weird как же how странно, close что они были так близки. Но Фрэнк не сумел But удержать её. Frank couldn't keep Rachel. Самому интересно, что там произошло. So не помню. Куда же после what этого happened to Rachel after this? Фрэнк, ты точно так? She dumped Frank, but она бросила Фрэнка, но я сомневаюсь, что он бы причинил ей вред. Ты мне не безразличен, да и мы в целом, так что может нам стоит сделать небольшой перерыв в отношениях. Да, помню. Рот must stand for Rottweiler. Рот — это, наверное, сокращение от Ротвейлера. Звучно сурот. Подходит Нейтану. Чихуахуа, Бобтейл, Сиба, Хаски. Прикольно, но непонятно. Так, это я посмотрел. Это что такое? There's no doubt Она, несомненно, по-своему его любила. Some way. Так, это я тоже читал. Прости меня за прошлую ночь, я вела себя как бессердечная сука, я все это выместил на тебе и бедном Помпиду. Да, помню. Помню. Так, и мне три штучки надо соединить. Ну, мне явно, так, бухгалтерскую книжку нужно соединить. Список клиентов. Yes, the game is on. Ну ладно. Now, talk to us, account book. Поговори с нами, книжка, Tell us everything. Все. Что все изучи. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan and the Vortex с Нейтаном или клубом Циклон. Ой, жесть, как много то всего. Okay, Max. Так, remember Макс, these names клички, and ты, see how Nathan Нейтан. Fits in with all this. Нейтан, Рот. И чё? Чё я должен сделать? Frank sure is keeping his customers satisfied. Он мог бы открыть магазин. He could open a store. Мне Ротвейлер нужен, да, типа? I'm getting a contact high just reading this. Я ловлю кайф, просто читаю это. Ротвейлер нужен. Так, отмена. I wonder what dog name Frank would have given me. Что-то людей мало, вообще иди спать. Да, людей что-то вообще мало. И вообще, да, я скоро пойду спать. Через пару минут буквально. Привет, Феликс и МТ.
Так, рот. А вот рот я и нашел. Рот пляж, 2 грамма кокаина, 150 баксов. Нихера себе, 2 грамма кокаина, 150 баксов стоит. Так что скоро пойду. Можешь мугиваж до конца досидеть. И чё? А мне нужно несколько листов. Я думал, я первый смогу соединить с чем-нибудь. If Frank applied this kind of detail to his life, пользовался, who am I to talk? То я тут при чём? Ну, один ротвейлер я увидел, и чё ещё? Everybody in Arcadia Bay must be high. Кажется, все под кайфом. Это много объяснено. That explains a lot. Да, наркоманов много. Ну, я в уборной, так что до конца досижу, понятно. Здорово. Так, что еще? И что? А, ну, типа, пляж написан, и там рот написан. Max, there is no logical link between us. No, if Nathan did drug Kate, fail, abort. Нет. Wrong clues. Не получилось. Или я не тот выбрал? А где ротвейлер-то был? Могу тебя взять? Да, удобно тебе. Это как на портативке играть в комнатах. Я не ту фотку выбрал. Рот здесь написан. Значит, все правильно. Вот это, и вот это. Max, нет? All you have to do is find those clues are not related. This makes no sense. Oh yes, these are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Вот здесь все о том, где когда Фрэнк и Нейтан проводили сделки. That's it, Max. Макс. Да, я гений. Так, что еще? Так, вот это я не изучал тоже. Great. Сразу же. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Это отличный вопрос. Yep, another car David was tracking. Машина, которую Дэвид следил. Но это машина Рэй... Ой, Хлои. Who else was David tracking сейчас here? Сейчас найду. Нет. Why the hell вот. Are you following these people? And... Это машина who? Нейтана, получается. Who does this car belong to? I'm glad Warren got his revenge. Рокат, что Варен Нейтана. А где тачка-то, получается, wow, Нейтана? This looks like an expensive machine. Что, не из дешевых? Ну, вот это вот, наверное, Нейтан, раз она не дешевая. ТПФ, ТХЛ. Как это переводится? Интересно. Ну, то есть, какой это, какая это аббревиатура? Is this Nathan's car? А, вот это может Нейтан. Я не помню, где-то я это видел, но я не помню, где. No. Нет? This is not working. Come on. Нет, что-то не так. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Всех на виду, детям, школьников кого-то нашел. Twilish Citizen вот здесь. Здесь тоже Twilish Citizen. Но, а что еще? Of course Nathan конечно, drives водит an SUV. Никуда без гипер. Overcompensating, as usual. Ну вот, Нейтан. Fail, abort. Нет. Wrong clues. Объясните, почему. Почему неверная зацепка? Тут Twilish. Там Нейтан. Чё ещё надо? Damn. Или чё? Или мне надо школьника и тачку? Okay. Nathan's tail light задняя is фара busted. Нейтана разбита, я уверен, And что I'm видел pretty такую sure I saw that on one of the так, в смысле? Plate это, ты же только что сказала, что это машина Нейтана. Как я грёбаную фару должен был запомнить? С SXF Tender. This makes no sense, Max. Да я понял, подожди. Сейчас я вспомню, какая. Вот она. Those clues are not related. Так, значит, не вот это, а вот это. Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. А, разбита фара на этой фотке, где он за рулем. Chloe, понятно. Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Иди нас, Рэйчел. Все, здесь я примерно и закончу. Надеюсь, сейчас катсценка закончится. А, типа, чё, катсценка-то будет, нет? В чём прикол-то? I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Это слишком долго. Хотя, у меня 2 минуты. Досье студента. There's a lot of numbers in here. Ну и урод ли он же он на этих фото? If there is a dark room, если проявочная правда существует, нам стоит ее найти. We better find it. Но весь эпизод называется This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same
Твою мать, это неправда ненормально. Эти часы могут прикидиться. 3, 9, 8. Так, много часов. Почему ненормально? Потому что он зачеркивает цифры. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Не мешает попробовать вбить этот пин-код. Ого, какая симка интересная. USA Mobile. Пин-код единички 3. So busted. Так, словно видишь, что пресс-код не под силу прикрыть. Мы, к сожалению, сообщаем вам, что вопреки многократным предупреждениям нашего снисхождения, Нейтан за прошлый месяц постоянно сорвал уроки по причине того, что он нагрубил нашим преподавателям из Хойде на введение в литературу. Он был отправлен в свое общежитие, однако в дело это не пошло. У Нейтана громадный потенциал, но еще и крайне эксцентричное поведение, которое требует отдельного надзора, что за гранью возможности Блэквелла Академия. Больше не может терпеть подобного, поэтому мы надеемся, что вы поговорите с Нейтаном и разъясните всю серьезность ситуации. Для полного отчета смотрите прикрепленные файлы. Да, все, телефон самое интересное. О, не, взглянуть. Oh, there has got to be some good shit in his phone. Его телефон должен какой-нибудь компромат. I just need the code to unlock it. Мне нужно его разблокировать. А где экран? А, типа, в катсценке будешь разблокировать, что ли? Четыре подсказки объединить надо. И чё? Okay, Max. Ладно, Макс, давай мы пойдем домой. Go home. Да, действительно. Ну и чё? Let's start hacking. Словом, начинается. Кто все сдохнуть? А, ты рассказал в моей общаге, не видать тебе стипендии. Какая стипендия? Чел, тут дела поважнее. Чем ты вообще базаришь? Так, ну попробуем... 4 единички ввести, не? А, или что надо сделать-то? Какой интерфейс? Упс, bad code. Неверный код? Это убирается, значит, остается вот это вот. 9535 обведено ручкой. 9535. Yeah, что ж, я догадалась, что это будет не так-то и просто. Я его дату хочу ввести. Телефон, дом, сотовый. Где дата рождения? А, 1993. Давайте попробуем. You locked it, dumbass. Заблочила? Серьезно? А, ну вон пук-код хотя бы есть. 87897800. Ой, охереть, я его даже не запомнил. 87897 887 8 9 7 87 8 9 7 808. Booyah! Посмотрим, let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. О, как делишки, нужен G. Окей, ништяк. А, ты продал мне воду. Успокойся, принеси мне ее. Не приближайся. А, Нису, не приближайся на пляже мусора. В смысле воду продал? Как это? Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Ты думал, у нас тут туса дома. Выезжаю. Готовь наркоту. Nathan was jonesing hard the night of the party. Не хватило наркотиков? He didn't have enough drugs. Здорово, мне нужно пополнить запас срочно. Я не занимаюсь доставкой на дом. У тебя есть машина. Вернее, мне нету. Заплачу в два раза больше. Еще бы, возьму налом. И без выпендрежи. Скажи мне адрес. Могу дать тебе точные координаты. Выезжаю, готовь деньги. Drug dealer drama. Дилерская драма. Спишь, братух? Да, ёпт, чего тебе? Перуанские чешуйки, снежная кислота. Будешь платить по ночному тарифу. Не заставляй меня ждать. Смотря, что я такой мудак. Мне нужно еще. Ты дома? Да, не приходи, отвали. God, Nathan. Боже, Нейтан, ты ненормальный. You're out of control. Привет, нужна трава и все остальное. Сейчас. Успокойся, ты под кайфом? Скоро буду. Подсоби, братишки, пожалуйста. Встретимся на пляже. И не выделывайся. Видимо, он часто выделывается. Так это был ты, теперь могу официально называть тебя психологом сталкером. Держи свой рот на замке, иначе тебе не поздоровится. Я знаю, где ты живешь. Это что?
Это типа к ней? Нейтан, нет, Нейтан, ты твоя очередь оглядываться через плечо, мудак. Теперь у тебя будет сполна времени подумать, какая же ты тупая. Это ты его отца? Жестко. Убедительно прошу, не звони мне, когда я на работе. Я ведь уже говорил тебе, то, что ты был под кайфом, больше не оправдание. Это настоящий бизнес, а не какое-то хобби. Хочешь, чтобы я обращался с тобой как со взрослым, который сам может справиться с проблемой? Впечатли меня. Мое единственное желание — гордиться тобой. Пока что ты не дал мне повода. Понятно? Take a breath, Max. Все. Go through all this data and you can find... Все, я сделаю это в следующий раз, отвечаю. Все равно уже почти все свалили. И время уже как раз 5 минут, как должно все закончиться. Так что такие дела. Всем спасибо, что пришли. Всем спасибо, кто оставлял комментарии. Хоть не очень многочисленные. Не понимаю, все разлюбили Life is Strange или что? Что происходит? Мне что-то это не очень понятно. Ну и в то же время я посмотрю, может быть, это среда так действует на людей. Может быть, послезавтра все будет нормально. Но посмотрим. Может быть, будет какой-то период других игр или резко она все-таки добить Life is Strange. Потому что новое все равно ничего не выходит, поэтому сильно сражаться не с чем. А что-то более актуальное тоже найти достаточно будет проблематично летом. Так что вот такие дела. Ну, всем пока. Увидимся в пятницу. Обязательно приходите. И до скорого.